Скоро будем возле ЗАГСа. Предупредите, пожалуйста, всех гостей и Тамаду. И парковочные места вы держите? Удержу, Варвара Андреевна. Молодцы. Тогда работаем в темпе, потому что у нас была задержка из-за фотосессии. Принято. У меня будет хоть одна идеально организованная свадьба. Может, ваша собственная? Вы сами-то не подумываете замуж? Нет, спасибо. Мне бы вот этих двоих поженить. Ну, вы прямо сапожник без сапог. Другим личное счастье устраиваете, а на свое время не хватает. У всех свое понятие счастья. Для меня оно точно не в замужестве. Да и детей я пока тоже не хочу. Какие ваши годы? У вас мальчик будет? Да. Как вы догадались? У вас живот огурцом торчит. Ничего себе. Я даже не знала, что по форме живота можно определить. А у вас какой срок? А я пока не беременна. У меня проблемы по женской части. Уже год хожу к Николаю Ивановичу. Лечусь, пью препараты, но пока не помогает. Ну ничего, это пока. У нас с мужем тоже не получалось. Все говорили, несовместимость. Он, Николай Иванович, сразу определил, что гормональный фон. Полтора года выравнивали. Так что вот теперь. Да и у вас все получится. Хорошо. Сейчас узнаю результаты последних анализов. Буду держать за вас кулачки. Спасибо. Доктору Веселову на 11. Проходите, пожалуйста. А что случилось? Пробка. Что ж такое, да? Откуда пробка? Воскресенье же. Мы не можем здесь застрять. Нас не зарегистрируют. Да, с опозданием у них плохо. Да. Что ж нам так делать? Садитесь в машину, я сейчас что-нибудь придумаю. Ну, что там? Так, 8 растущих фолликулов. Соотношение активной и соединительной ткани 1:1. Можно нормальным языком? Там опять все плохо? Одевайтесь, пожалуйста. Почему же все плохо? Все хорошо. И по анализам, и по УЗИ. Поздравляю вас, Анна. Терапия дала хороший результат. Я что, могу забеременеть? Никаких препятствий я не вижу. Организм полностью готов. Судя по анализам, у вас сейчас как раз овуляция. Да, так и есть. Ну, так мой вам совет. Не тратьте зря время. Спасибо, доктор. Классно, что Варвара Андреевна признает. Так, ребята, управлять умеете? Да, у нас есть такие. Так, ну все тогда. Только... Только у меня туфли. Какой размер? 37. Давай менять. Давай помогу. Спасибо. Так, ну что, дорогу в ЗАГС помним? Конечно. Все, тогда вперед и в счастливое будущее. Спасибо. Поехали. Поехали. Спасибо. Дайте дорогу. Так, друзья, давайте догонять молодых. Кто не умеет, сейчас того научим. Давайте-ка я попробую. Люблю двухколесный транспорт. Ага. Ну-ка. Все, можно ехать? Да, да. Ну-ка, давайте смелее. О! Поехали, поехали. Привет. Привет. Чем ты занят? Опять работаешь, бедненький. Нет, больше не работаю. Фирму сегодня закрыли. Как же так? Ну, так, кризис, конкуренция. Ну, ничего, я уже ищу новое место. Надеюсь, что быстро возьмут. Конечно, возьмут. Ты же у меня самый лучший. И у меня есть новость, которая поднимет тебе настроение. Ты куда-то устроилась? Это было бы очень кстати. Лучше. Я абсолютно здорова, Влад. У нас с тобой будет ребенок. Мы прямо сейчас можем приступить к его зачатию. Подожди, подожди. Может быть, сейчас не самое подходящее время.
Очень даже подходящий. У меня овуляция. Я сегодня сидела на стуле после беременности. А еще у меня гороскоп... Я не верю ни в приметы, ни в гороскопы. Я сейчас занят поиском работы. Ну, послушай, ну я же не робот, что вот так вот по щелчку переключаться. Может, позже? Может быть, ты просто не хочешь ребенка? Да нет, я хочу ребенка, но по любви, а не по расписанию. Ты что, не любишь его? Люблю. Ну вот это другое дело. А работа твоя подождет. Давай. Давай, давай, давай. Нам бы вашу Варвару, ну, Варвару Андреевну. Ох. Ну, вообще-то у нас в Ульяновске есть филиал. Так я в курсе, но они ведь не занимаются частными мероприятиями. Там корпораты, презентации. Я для своей дочери хотел бы самую лучшую свадьбу. За любые деньги. Хорошая мысль. А вы знаете, что Варвара из Ульяновска? Она и город хорошо знает. Нет, что, серьезно? Варь, зайди ко мне. Так. Добрый день. Здравствуйте. Мне, Варя, помнится, ты хотела поехать на малую родину, сестру повидать. Ну что ж, вперед и с песней. Вы шутите? Я что, похож на шутника? У нас хороший заказ. Ну, в Ульяновске пока не занимаются частными мероприятиями. Ключевое слово «пока». Ага. Собирай команду, обучай и поехали. Все будет хорошо, Варвара гарантирует. Мам, купи мне такие джинсы. Ты что, они похожи на рваную тряпку, такими только полы мыть. Мам, ну вот тетя Варя бы точно заценила. Сфоткай и отправь ей. Хорошо. Ну чего тут спорить, тетя Варе по-любому понравится. Она крутая. Да. Да тетя Варя, она пока до нас доберется, эти джинсы будут Мишки уже как шорты. Это будет вообще не круто. Кстати, вот она и звонит. Давайте поздоровайтесь. Привет, привет, тетя Варя! Тетя Варя! Привет семейству. Привет, ты легка на помине. Нам нужно твое авторитетное мнение по поводу рваных тряпок. Сейчас фотку пришлю. Слушай, а может я... Может, я лучше завтра посмотрю? Что, ты к нам собралась? Как же твоя работа? Ну, так это и есть по работе. И потом одно другому не мешает. Уже выезжаешь? Да. Завтра приеду. Давай, ждите. Хорошо, ждем. Ура! Ответ пришел. Отказ. Штат уже набран. Не переживай, все будет отлично. Зато я чувствую, что все получилось. Думаю, у нас родится сын, и мы будем так счастливы. Я буду писать ему стихи, и мы их издадим. Вот уже и первая строчка родилась. Вот любимые игрушки, книжки, зайцы, погремушки. Я думаю, это не очень хорошая идея. Почему? Ну, потому что мы все твои книги издавали за свой счет. Это большие деньги. Я не готов сейчас платить за твое хобби. Хобби? Хобби? Так вот, как ты относишься к моему творчеству. Я не в том смысле. А раньше? Не обижайся. Я хочу, чтобы ты нашла нормальную работу. И тоже помогла семье. Ты же хочешь ребенка. Я что, одна его хочу? Дети, вы дома? Мама. Я вам тут борща принесла. Я ей скажу, чтобы она погуляла. Я сам погуляю. Через 300 метров поверните направо. Через 200 метров конец маршрута. Вы приехали. Тетя Варя!
Мамочка, как вы выросли. Так, подарки, подарки. Привет, так, сестра. Это тебе. Ой, привет. Красотка. Так, это Лизе. А где Лиза? Ой, а Лиза с подружками в кино пошла. Ага, понятно. Это бери тебе. Так, а что нужно сказать тете Варе? Спасибо. Спасибо. Да. Так, я так понимаю, с подарками прогадала, да? Завтра купим новые. Я хочу видяху. Хорошо. А я хочу приставку. Все. Ну как вам не стыдно? Тетя Варя и так нам все время помогает. Не обеднею. Я тебя умоляю. Пойдем. Заходи. Ой, ты прости, калитка здесь так скрипит. Починить некому. Мужика в доме нет. Вот Мишку жду, когда он подрастет. А папашка что? Папашка? У него с головой совсем плохо. Он уже 3 года как не появляется. Не звонит, не интересуется. Ты только при детях эту тему не поднимай, ладно? Хорошо. Заходи. Слушай, смотри, сколько желающих работать в нашем филиале. Варя, Варь. Ау. А мы с тобой почти 1,5 года не виделись. Дашка, прости. Слушай, все очень вкусно. О-о-о. Смотри, какие люди. Это же Влад. Семенов, твой. Похорошел так. Раньше был общипанный такой. Красавчик, да? Да. Он тебе всегда говорил, у меня хороший вкус. Интересно, чем он тут до меня занимался. Слушай, проекты такие хорошие. Надо его на собеседование позвать. Иногда мужчины женятся, у них появляются семьи, дети. В анкете семейное положение не указано. Даш, дай, пожалуйста, утюг. Утюг-то тебе зачем? Платье в чемодане помялось. О, платье. Ну да, это серьезно. Так, молодой человек, значит, мебель несем на 2-й этаж? А, понятно. Нет, 203, хорошо. Хорошо. На 2-й? Варя. Привет. Привет. А я на собеседовании. А ты? А я филиал открываю новый. Расширяем филиал. Да. Только вчера приехала, представляешь, сегодня уже первый клиент. В 7 утра собеседование провожу. Мне кажется, набрала неплохую команду. Уже? Угу. А, так ты и есть потенциальный начальник? Ну да. Неожиданно. Здесь в сквере неплохой кофе делают. Пойдем, хоть про себя расскажешь. Пойдем. Твой кофе. Спасибо. Что? Ничего. Платье у тебя красивое. Раньше ты только в джинсах ходила. Скажи, а вот это место ты специально выбрал? Что, оно какое-то особенное? Немного. Не помнишь? Ну, мы первый раз здесь с тобой поцеловались. Это ты ничего не помнишь. Мы с тобой вон там поцеловались. Там еще ларек тогда стоял. Синий такой, с мороженым. Было? Снесли. 3 года назад. Ну, рассказывай. Остальные документы донесешь потом. Хорошо. Итак, друзья, я надеюсь, вы все готовы к бою, потому что именно сейчас нам предстоит встреча с нашим первым клиентом. Ну, честно говоря, я ужасно волнуюсь. А что ты хочешь? А вот у нас заказчик. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Моя команда. Здравствуйте. 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 Мы будем заниматься организацией вашей свадьбы. Очень хорошо. Только это не моя свадьба, это их.
свадьба. Это моя дочь, Алеша. Ее жених. Леша. Собственно, у нас простые требования. Хотелось бы, чтобы свадьба была яркой, чтобы она была эффектной. Так, чтобы непременно прессе захотелось об этом написать. И я бы свою компанию слегка попиарил. Пап, а вообще-то это моя свадьба. Я не Алеша, я Алена. Твоя. Твоя. Абсолютно твоя. Вот еще что. Я пригласил на свадьбу достаточно известных людей и представителей городской администрации в том числе. Так. Вот какой вопрос в связи с этим. Нельзя ли, чтобы тематическое мероприятие было подведено как-то к истории города, что-нибудь? Простите, может, мне надо выйти. Может, это интересно было бы? Надо, наверное, подождать. Да нет, времени мало. Времени мало. Не будем ждать. Я поняла вас. В таком случае я предлагаю устроить мозговой штурм. Сейчас моя команда будет предлагать вам идеи. И выберем ту, которая вам наиболее понравится. И потом возьмем ее за концепцию вашей свадьбы. Да? Ну да. Отлично. Я на 5 минут вас покину. Надо занести документы в бухгалтерию. Хорошо? Хорошо. Друзья, включаем креатив, пожалуйста. Андреевна, ко мне. Светлана, вот паспорта новых сотрудников. Вы оформите до конца рабочего дня, хорошо? Да, конечно. Спасибо. Можно выставить шатры на венце с красивым видом на Волгу. Ага, соберутся все гуляющие. Лучше устроить на венце фотосессию, а потом прогулку, а потом ресторан с красивым видом. А я бы предложил загородный конный клуб. Жених на белом коне. Интересный. Вы, кажется, говорили, что хотели связать тематику с историей города. Тогда можно действительно провести свадьбу на берегу реки. В старорусском стиле. Хлеб, соль, витязи, девицы-красавицы, город Симбирск. 1670 год. Помните? О, как же, кто же его не помнит? Степан Разин, войско его осаждало город. Мы можем реконструировать эту осаду. А гости могут либо принять участие, либо стать зрителями на их выбор. Кстати, вы немного похожи на Стеньку. Я? Алена. Ну что? А что случилось? Ну почему все должно быть так, как он решил? Я не понимаю, но ведь это же моя свадьба, правильно? Вы успокойтесь. Он меня просто даже слушать не хочет. Алена, скажите, а у вас есть конкретно свои предложения? Ну, вот не так, чтобы сделайте мне что-нибудь за папины деньги, а вот свои. Ну, конечно, есть. То есть мне вы, значит, предлагаете воплотить образ Степана Разина? Здравствуйте. Почему нет? Ну, как вы тут? Прекрасно. Варвара, мы все придумали. Будем осаждать здание и биться на мечах. И все в старорусском стиле. Ну, при всем моем уважении, но это довольно брутальная идея для такого романтичного праздника, как свадьба. А, я так понимаю, что Алёшка вас уже обработал, да, своими принципами и принцессами, всем таким. Я-то просил, вы помните? У меня есть идея. Я внимательно выслушала пожелания вашей дочери и предлагаю устроить свадьбу в стиле сказок Пушкина. Тем более, что Пушкин гостил в Симбирске в 833 году. Вот невеста наша будет царевна-лебедь, жених князь Гвидон, а площадка остров Буян. Пап, ну мне очень нравится, но, пожалуйста, я тебя прошу. Давай сделаем, как они предложили, я тебя очень прошу. Вадь, так, ты гений. Спасибо. В таком случае Влад главный, потому что у него больше всего контактов по этому городу, а вы будете помогать. Хорошо? Хорошо. А Владик где? Задерживается на новой работе. Что, взяли его? Конечно, взяли. Ну, дай бог, дай бог. Сегодня будем праздновать в интимной обстановке. Я белье купила кружевное. Ты бы ему лучше поесть купила. Мама, ну вот вечно ты. Ой, цветы надо поставить вазу. Да это не цветы, это романтика. У меня сегодня самые высокие шансы, чтобы забеременеть.
Ты, кстати, домой собираешься? Уж канделябры вам держать точно не буду. Я там котлет пожарила. А макарон сама сваришь. Вечно мать не слушает. Одна романтика у меня на уме. Все, не буду мешать. Пока-пока. До завтра. До завтра. Ну, я же сказал, скоро буду дома. Все, пока. По домам? Слушай, а может глянем, какие у меня там есть контакты? Ну и что нам еще нужно? Узнаю брата трудоголика. Ну, нет, давай домой. Влад, а ты почему раньше не говорил, что у тебя семья, дети? А, да, детей нет. Да и семьи почти тоже нет. Понятно. Ну, почему ты живу вместе? Ну, ты уехала. Я остался один. Пытался тебя забыть, ушел с головой в работу. Встретил Аню. Она стихи писала. Сам не заметил, как Аня и ее мама затащили меня в ЗАГС. Вот. Ну, думал, стерпится, слюбится. А у тебя как с личной жизнью? Праздники, свадьба, фестивали 7 дней в неделю. Да нет, не то чтобы. Мне очень нравится моя работа. И я надеюсь, тебе тоже. И личная жизнь не помешает тебе выполнять непосредственные обязанности. Поздравляю, Владик. Ничего себе. Ты так все украсила. Нравится? Как в кино. Ты еще спальню не видел? Там так уютно. Хочешь посмотреть? Давай. Подожди, ты никогда не проявляла столько фантазии, страсти. Я еще ужин приготовила. Котлеты с макаронами. Сама? Угу. Я же твоя жена, а жена должна заботиться о своем муже. Мы будем очень счастливы с тобой. Мы и наш с тобой малыш. Привет. О, Варя. Ты как раз вовремя. Да? Садись, мы сейчас будем ужинать. Ага. Только ты меня по местным достопримечательностям проконсультируешь? А, ты у нас теперь москвичка, да? Да при чем здесь это? Просто многое в городе изменилось и... А, ну это точно. Ну да. Набережная вон какая красивая стала. Ты мне, главное, скажи, Влад приходил? Да, приходил. И что, что он, как? Глубоко женат. Жаль. Я уже размечтала, что вы встретитесь, любовь, морковь. Поженитесь, ребенка родите. Ни в какую Москву ты не поедешь. Даша, ну не мое все это. Влад вон задыхается от своей жены. Тебя муж бросил с 3 детьми, и ты еле справляешься. Ну, знаешь, у меня в садике 60 детей, и еще 15 подчиненных все на мне. Я как-то прекрасно справляюсь. Что случилось? Мам, я случайно. Лиза, уберись, пожалуйста. Выбросить или дорог, как память? Выбросить, конечно. Вот видишь, я с цветком справиться не могу, а ты говоришь, дети. Знаешь что? Чего выбрасывать-то? Хороший цветок. Угу. Мы его оживим и пересадим. Доброе утро, Владик. Я тут кашку приготовила овсяную. Садись кушать, пока горячая. Очень полезно. Доброе. Что это значит? Мама пришла, чтобы приготовить нам полезный завтрак. Видимо, вчера ужин тоже мама нам приготовила. А ты мне сказал, что сама. Владик, ну какая разница, кто что готовит? Главное же вкусненько. Да нет, просто у нас с вами тоже была договоренность, вы предупреждаете о своих визитах.
Жаль, что вы эту договоренность не соблюдаете. Ты хочешь сказать, что я здесь лишняя? Видимо, лишний здесь я. Простите. Мне пора идти. Варя? Привет. Привет. А ты что здесь делаешь? А, да к юристу пришел по семейному праву. Ты прости за бестактность, а что, все так серьезно? Хотел проконсультироваться по поводу раздела имущества. Квартиру я Ане с мамой оставляю. Ну, чтобы ничего не делить. Их не видеть больше. Понятно. Что, плохо так все? Да нет. Наоборот, все хорошо. Свобода. Ты-то меня понимаешь? Ну да. А ты чего здесь? А я документы на аренду нового офиса делала. А. Да. Я вчера была в том месте. Друзья, знаешь, я поздравляю всех с официальным открытием нашего офиса. Привет. Надеюсь, у вас все получится. С таким руководителем, как вы, конечно. Нет, возьми, пожалуйста. Спасибо. А, да, давай я разберу. Только на меня можете особо не рассчитывать, потому что я помогу вам с тренингами, с первым вашим клиентом, а потом здесь останется мой заместитель. Да. Я прозвонил площадке. Есть отличные два парк-отеля на набережной. Вот. Можем ехать. Mm. А я знаю команду реконструкторов из Казани. У них большой опыт и свой реквизит. Надо только условия обсудить. А с костюмами я могу вопрос решить. Как раз в Самарском театре закончилась постановка «Царя Салтана», и костюм можно будет взять в аренду. Только уточните размеры. Супер. Я предлагаю объединить классические свадебные традиции с мотивами сказки Пушкина. Ну, например, квест по карте острова Буяна. Можно? Отличная идея. Похищение царевны-лебеди злобным коршуном. Угу. Выкупи ее за скорлупки золотые. Отличная идея. Спасибо. Варвара Андреевна, там Тарас приехал. Хорошо. Зови его сюда. А, Влад, распечатай, пожалуйста, варианты ресторанов. Мы сейчас после встречи поедем сразу их смотреть. М? Конечно. Я бы все-таки остановилась на этой площадке. Очень похоже на деревянный Кремль. И, по-моему, очень антуражно. Хорошо, Варвара Андреевна. Убедили вы меня. Да. Тетя Варя, привет! Степка. Здравствуйте. А вы чего так рано? Это моя сестра Даша. Здравствуйте. Это наш заказчик Тарас. Племянники. А вы чего так рано? Мы же на три договаривались. Мы просто заранее выехали, а там... пустые дороги. А, вы простите, пожалуйста, я просто обещала экскурсию устроить, показать офис, где я работаю. Да ничего, все нормально. Тем более, что мы с вами закончили уже. Да. Да. Миша! Миш, перестань глазеть, пойдем. Ну что, нравится? Да. А это ваш чоппер? Мой. А прокатиться можно? И я хочу. Прокатиться можно. Я не разрешаю, Мишка, это опасно. Слезай. Подождите. Это же мужчина будущий, не барышня. Вы знаете, я многодетная мать и педагог с 15-летним стажем. Я лучше знаю, как воспитывать детей. Ага. Извини, старик, не повезло тебе. Миша, пойдем. Все, ребят, идите в офис. Скажите секретарю, что Варвара Андреевна разрешила взять сладенькое. Идите. Идите. Простите, пожалуйста, действительно должны были позже приехать. С характером у вас, сестрица. Угу. Да. Спасибо большое за идею. Алёшка очень довольна. Ей нравится. Спасибо. Мы стараемся. Вух! Какое страшилище. Зато идеально подходит под нашу сказочную концепцию, да? Угу. Ты молодец, что все так выбрал. Спасибо. Рад стараться. Угу. Быстро так все под отель застроили. Угу. Помнишь, мы здесь когда-то с тобой были? Да, помню. Разводили костер, жарили хлеб. Твой всегда подгорал. Ты не хотел его есть, и я отдавал тебе свой. А потом мы с тобой смотрели на звезды. Скажи только честно, ты ни разу не жалел, что тогда уехал? Жалела. Просто как-то... быстро все получилось. А потом назад уже дороги не было. Ой-ка.
Мне тебя не хватало. Поехали в офис. Самый нежный букет невесты, который может быть. Держи. У вашего жениха отличный вкус. Слышала? Угу. Я не сомневалась. Ой. Да. Да, Тарас. Да все у нас в порядке, не переживайте. У меня все под контролем. Свадьба только через 2 недели, так что все успеем. Владик, а достань мне, пожалуйста, с антресолей коробку с журналами. Ань, ну какие журналы? Ну я опаздываю. У меня ответственный день. Свадьба завтра. Ты даже к нашей свадьбе так не готовился. Да. Пускай высылают варианты, там решим. Ты зарядку от ноута не видела? Не видела. Так ты достанешь? Тебе срочно? Да, мама хотела пинетки начать, а там журналы по вязанию. Какие пинетки? Ты о чем вообще? Для кого? Для будущего ребенка. Он что, до завтра не может подождать без пинеток? Варь, слушай, там я прислал тебе размещение гостей до 12. Посмотри тоже, ага. Хорошо, я сама достану. Принеси, пожалуйста, стул. Ань, ну нельзя быть такой несамостоятельной. Ну сходи сама за стулом. Раньше тебе это нравилось. Доктор, у меня в последнее время слабость какая-то и голова кружится. Что-то видно, да? Ну, вижу вот желтое тело, небольшие изменения в матке. Но больше пока ничего не скажу. Это беременность? Знаете, абсолютной уверенности у меня нет, срок очень маленький. Но очень похоже. Надо сдать кровь на ХГЧ. Мама, врач говорит, что очень похоже. Я сейчас же Владу позвоню. Да подожди ты. Пока окончательно не ясно. А потом, когда узнаешь, позвонишь. Да мне и так все ясно. Я же чувствую. О, а это нам, кстати, из кондитерской компании прислали. Mm-hmm. Сам заказ уже в отеле. Белый марципан, а черное с малиновым суфле. Как ты любишь. Ты помнишь? Я все помню. О, вкусно очень. Все-таки хорошо у нас получилось. Мне тоже очень нравится с тобой работать. Вот, смотри. Да, это особенно. Твоя идея. Может, ответишь? Мне не о чем с ней говорить. Вдруг срочное что-то? Да нет. Я уже все решил, сегодня и скажу. Влад, а скажи, пожалуйста, тебе что, так не терпится быть свободным? Нет, не свободным. Я хочу быть с тобой. Всегда хотел.
Аня! Влад! Привет! Привет! У меня новость. У меня тоже новость. Чур я первая, чур я первая. Пожалуйста, можно я первая? Ну, можно? Давай. Я беременна. Ты что, не рад? Ты уверена? Да, я сегодня была у врача, и он подтвердил. Я беременна, Влад. Просто это неожиданно. Я поздравляю тебя. А ты? Что ты хотел мне сказать? Да ничего. Все хорошо. Не имеет значения. Ребенок — это главное. Музыканты настраиваются. Столы полностью накрыты для встречи гостей. Дальше официанты знают, когда и что подавать. Гости подъезжают, выстраиваем живой коридор и готовим хлеб-соль. Угу. Привет, нам нужно поговорить. Что случилось? Варвара Андреевна, у нас ЧП. У нас Шмель пропал, это наш музыкант. В общем, его там задержали или что-то. Он брат мой двоюродный. Ехал сюда, и на кольце его остановили. А он без документов. Документы вчера у меня дома забыл. Как же так? Сейчас полиция разбирается. Так, давайте я решу вопрос. Поеду за ним. Подожди, До начала успею. Нет, полтора часа до начала. Как ты успеешь? Успеем. Все, не волнуйся. Успеет? Ну. Мам! Дай мне листок и ручку. Ну, встань и возьми. Совсем, что ли, немощная? Я вообще-то беременная. Ну, это еще пока неизвестно. Мам! Ну, что тебе еще подать? Заявление о разводе. Почему? За что? Доигралась. О, Аня! Анечка! Аня! Господи! Аня! Все равно не узнаю. Мужики, я Шмель, ё-моё. Вот видос. Угу. Вот я на собственном концерте. Угу. Но какие еще нужны доказательства? Документы предъявите. Документы я забыл. Спешил, потому что ехал на свадьбу к племяшке. Ну, мог бы успеть, если бы не лез на рожон. Ну, ребят, ну войдите в положение, а? Здравствуйте. Добрый день. Вот документы. Штраф заплачу. Выписывайте квитанцию, только очень быстро. А вы кто? Меня зовут Влад. Мне очень нужен гражданин Шмелев. Без него свадьбы не начинаю. Шмелев. Ой, еду! Все в порядке? Сейчас посмотрим. Ну, по сравнению с предыдущим осмотром, никаких изменений нет. Значит, все хорошо. Сейчас посмотрим ваши анализы.
Так. Вот ХГЧ. 6:15. Что это значит? Это значит, Анна Владимировна, что вы не беременны. Как? Вы же говорили. Нет, это какая-то ошибка. У меня были все признаки. Послушайте, ну не драматизируйте вы. У вас отличная динамика. Через 1-2 цикла все должно получиться. Ничего уже не получится. Спасибо вам за все. Я и представить не мог, что будет так здорово. Гости вообще в восторге. Так что новых клиентов и здесь, в Ульяновске, да и в Москве у вас, гарантирую. Спасибо. Мы очень рады, что вам понравилось. Спасибо вам еще раз. Счастливо. Счастливо. Спасибо. Счастливо. Пойду к гостям. Отдал, чтобы быть рядом с тобой. Теперь есть ребенок. Я должен быть женой. Не могу же я их бросить. Прости, я не знал, что так все получится. Варя, не уходи. Тебе жена то же самое скажет. Варя! Ну и как я ему теперь скажу? Да никак. Если, конечно, не хочешь, чтобы он сам от тебя ушел. Да он и так. Ты бумаги видела? Возьми себя в руки. Ты ничего не видела. Он ничего не знает. Ты беременная. Никуда он не денется. Все равно это скоро все выяснится. Так, успокойся. Твоя задача побыстрее забеременеть. А со сроками потом разберемся. Поняла. Ну, как дела? Извини, я не мог ответить. Там телефон попросили выключить. А, нет, плохо было. Скорую вызывали. Что? Что случилось? Уже все в порядке. Прости меня. Обещаю, это больше никогда не повторится. Я всегда буду с тобой, малышом. Не бросай нас, пожалуйста. Мы без тебя не справимся. Ну что ты такое говоришь? Обещаю. Я всегда буду рядом. Варя. Нам нужно поговорить. Не о чем нам с тобой разговаривать. Работать возвращайся. Или выговор хочешь? Варвара Андреевна, это победа. Вчера в новостях было 3 сюжета про нашу свадьбу. И сегодня написали все газеты. В общем, у нас очень много новых заявок. Нужно, чтобы вы посмотрели и приняли решение. Леночка, хорошо, я помогу вам. Но только вы не забывайте, что через неделю я в Москву уезжаю. Соответственно, вот ваш новый руководитель. Вы привыкаете перед ним отчитываться? Хорошо. Варь. Ты уверена, что я справлюсь? Справишься, если научишься различать личные и рабочие вопросы. Да, Леонид Аркадьевич? Скоро возвращаюсь. Филиал отлично справится. Влад, он очень грамотный руководитель. Я ручаюсь. Всего хорошего. Так, ну что у нас тут? Ха.
Это что такое? Я давно на этой краске работаю, но такого еще не было. Послушайте, может быть, у вас какая-нибудь краска просроченная? Да нет, на прошлой неделе получили. Но просроки такое бывает иногда. Извините. А вы не беременны? Что? Варя, можно с тобой поговорить? Что случилось? Ты знаешь, я оказалась очень плохой матерью. Я вообще не знаю свою дочь. Я думала, что я ее знаю. Я понимаю, конечно, что девочки в ее возрасте уже вовсю. Но чтобы Лиза, я просто не ожидала. Что такое? Я нашла вот это в ванной. Это мое. Извини, я забыла выбросить. Твой? Подожди. А Влад? А, знает? При чем здесь Влад? Ну, вернее, формально он, конечно же, при чем, но это его не касается. Почему? Потому что у него беременная жена. Я скоро уеду в Москву, и это все закончится. Если бы Влад знал, то может как-то... Я сделаю аборт. Ребенка не будет. Вот с этим уже можно что-то делать, конечно. Ну, слушай, отдельные вещи есть просто... Привет. Что за новый проект? Тарас решил заказать у нас рекламную кампанию детской одежды. Так. Хотел тебя вызвать. Вот, возьмите, посмотрите. О, Варвара Андреевна, а мы... Здравствуйте. Ждали. Я с новым заказом. Хотелось бы вывести продукцию на региональный уровень. Возьмете? Конечно. Вы знаете, у нашего агентства огромный опыт в организации промо-акций. Я проверю, чтобы вашим проектом занялись мои лучшие сотрудники. А возглавит их Влад. Подождите. Я рассчитывал на вас лично, Варвара Андреевна? Нет, я никак не смогу. Я в Москву возвращаюсь. Но не сомневайтесь, Влад справится со всем. Так, вы точно уезжаете? Я ведь и бюджет уже выделил под это. Ну, боюсь, что мне тогда придется... Извините... Постойте. Давайте не будем торопиться с решением, а вы позволите нам выйти на пару минут? Конечно. Спасибо. На разработку концепции уйдет несколько дней. Влад, в Москве меня тоже ждут и тоже торопят. Извини. Да. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, я все куплю. До вечера. По-моему, мы договаривались. На работе только рабочие вопросы. Да. Мне жаль, что так вышло. Что вообще так случилось? Я понимаю, что тебе тяжело со мной работать. Но я не мог поступить иначе. Я не мог бросить беременную жену. И остановить тебя я тоже не могу. Прости. Постой. Если я уеду, то мы потеряем очень выгодного клиента. Я сейчас буду звонить в Москву и буду просить их, чтобы они оставили меня подольше. Я не знаю, буду как-то совмещать. Пойдем. Ну, что, будем работать? Тарас, простите.
Вы все-таки наш любимый клиент, поэтому разработкой концепции вашего проекта буду заниматься лично я. Итак, братцы кролики. Логотип довольно предсказуемый. Может быть, разработать что-то более современное? Этот логотип придуман моей женой. Вообще, это был ее бизнес. Она, когда находилась в декрете, шила одежду для наших детей. Мы могли бы уговорить вашу жену? Она погибла 10 лет назад. В автокатастрофе. Это название недорого, как память. Тарас, вы простите нас. Мы все сделаем так, как надо. Ну, хорошо. Тогда я материалы оставлю здесь. И до завтра. Всего хорошего. Счастливо. Счастливо. До свидания. Друзья, мне надо отлучиться по личным вопросам, поэтому встретимся завтра в это же время. Все в порядке? Да. До свидания. Никаких признаков беременности, Анна Владимировна. Ну, мы сможем, пытаемся каждый день, иногда по нескольку раз. А вот это лишнее, не надо форсировать процесс. Концентрация сперматозоидов должна восстановиться, да и потом это положительно скажется на семейной жизни. А сколько нужно выждать? 2-3 дня минимум. Я же не видел анализов вашего мужа. Да и вообще, если активничать, то период овуляции. До нее еще 2 недели. Значит, надо запастись терпением. Скажите, доктор, а у вас нет на примете пациентки, которая уже беременна, но не хочет вынашивать? И я бы заплатила. Оставьте эти мысли, не нужно вам это. Вы вполне в состоянии родить сами малыша. Просто нужно время. У меня нет времени, доктор. Может, все-таки передумаешь? Мне страшно. Марин, мы уже все обсудили. У нас нету денег на ребенка, понимаешь? Нету. Потом еще родишь. Извините, вы собираетесь делать аборт? Да, а что? А какой у вас срок? 5 недель. А вам-то какое дело? Или вы из этих противников? Нет, я просто забеременеть не могу, а ребенок очень нужен. Продайте мне его. Как это? Ну так, вам деньги нужны, а я вам заплачу 500 тысяч. Сколько? 500 000. Но, правда, не сразу, частями. Ну, подумайте, зачем вам малыша убивать? А я буду его любить, буду заботиться о нем. У меня хорошая семья, у меня муж. Мне надо подумать. Подумайте. Вот мой телефон. Я так-то бы и думать не стала. Просто у меня парня уволили с работы. Он сказал, что бросит меня, если я не... Меня муж бросит, если у нас детей не будет. Давайте поможем друг другу. Поздравляю, Варвара Андреевна. Вы же хотите оставить ребенка? Нет. То есть как, вы хотите делать аборт? Подождите, но столько же женщин мечтают о ребенке. А у меня работа такая. Никак не совместить. Значит, надо менять работу. Вы понимаете все риски этой операции? Возможно, вы никогда больше не сможете иметь детей. Ну, значит, я смогу. Доктор, как тут у вас все происходит? Нужна дополнительная запись, анализы. Хорошо. Я выпишу вам направление. Подождите в коридоре. Я скажу вам, в какое время явиться к врачу. Спасибо. Ой, 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 ой. Давайте я вам помогу. Сейчас. Спасибо, спасибо.
Давайте это. Здрасте. А мы с вами... А я Даша, Варина сестра. Помните, мы с вами в офисе познакомились? Все, осознал. Ну что ж, ваша сестра большой молодец. Да. Варя у нас талант. Да, Варя талант. Я вам помогу, я вам помогу. Вы же одна не дотащите. Я... Куда? Просто переборщила. Купила в издательстве, потому что здесь дешевле, для детского сада. Ну, тут я в курсе. Цены на детские книги мы стараемся держать. Вы? А это ваше издательство? Варя мне говорила, что у вас совсем другой бизнес. И другой, и этот, и еще один. А как вы все успеваете? Вот так успеваю. Видите? Так. Вы что, ездите вот на этом чудовище? И вы поедете. Я не могу, я... Да не, я лучше пешком. Четыре колеса возят тело, а два возят душу. Целы? Ну, она с ума сходит, это Иванова. Ну, что понятное дело. Так, а что здесь у нас? Девушка, девушка, поторопите, пожалуйста, вашего доктора. Он должен мне направление выписать, а я очень сильно опаздываю. Да, я скажу. Спасибо. Да. Ну что, вот эти... Да, Дашуль. Скажите, пожалуйста, за сколько... Да, сестра. Так, вам нужно прийти за... Подождите, какой мотоцикл? Подождите. Вот это счет? Точно она? Шесть месяцев. Хорошо, сейчас буду. Я перестрахую. Все вроде. Если хотите, стойкие лаганные салфетки. Все бумаги забрали. Нет, я... Петрова, Варвара Андреевна. Подожди, подожди, подожди. Надо ничего не перепутать. Ну вот, я же их разложила. Вот. Даша, ну как ты? Варя, привет. Привет, ну. Что говорят врачи? Ну что они говорят? Ничего непоправимого. Перелом, сделают операцию, поставят какую-то пластину, потом гипс костыли. Угу. Даш, ну как тебя угораздило на мотоцикл? Да я вообще не думала. Мне просто Тарас предложил, и я согласилась. Тут вот Тарас, конечно. Ну, знаешь, он тоже себя чувствует виноватым. Снял мне такую палату, фруктов накупил вообще. А то, что он детей без матери мог оставить, нормально? Ну, ты не драматизируй, кстати, о детях. Мне очень нужна твоя помощь. Мне их вообще не с кем оставить. Мне тут еще недели две точно торчать. Я? Ну да, но... Нет. У меня две работы. Я детей вообще не знаю. Я... Варя. Лучше няню нанять. Ну ты чего? Да какая няня? Они ее выживут за два дня. Мы же такое проходили. Даш, ну подожди. Ну Лиза, она же взрослая. Ну... Лиза? Она подросток. У нее одни мальчики и танцульки в голове. И вообще за ней тоже нужен глаз да глаз. Что, нет никакого выхода, что ли? Ну, я к тебе бы не обращалась. Мне просто совсем больше некому, поверь. Ну, пожалуйста. Ладно. Спасибо тебе большое. Угу. Пожалуйста. Ну, расскажи, как на байке съездила. Стоило того? Это было так круто. Тетя Варя, а можно я сегодня у подружки на ночь останусь? До тех пор, пока мама в больнице, я за вас ответственна, поэтому нет. Ну, а если не говорить? Нет, я прошу тебя, не спорь со мной. Давай, пойдем в дом готовить, ужинать и сама поешь. Я после шести не ем. Кстати, а вы Степу забирать собираетесь? Чего? Ну, Степу из садика забирать. 8 часов? А почему ты мне раньше не сказала? Я думала, вы сами знаете. Иди в дом, я прошу тебя. Ох. Добрый вечер. Здравствуйте. У вас что-то срочное? Да я хотел помочь Даше вещи отвезти. А, вы знаете, я ребенка забыла из садика забрать, поэтому надо срочно спешить. Ну, давайте ко мне запрыгивайте, я вас довезу. Так быстрее будет. Серьезно? Давайте. Спасибо. Что вы?
Я когда один оставался с детьми, очень часто забывал их забрать вовремя, и ничего. Не знаю, как вы справлялись. Три ребенка – это же вообще ужас. Нет, это классно. Не знаю. Огромная ответственность, куча проблем, а работать вообще некогда. Вот я тоже таким был. Все работа, 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 работа. Не заметил, как дети выросли. Может, Алешки внуков родят? Вот тогда заживем. Разве это жизнь? Ну, что вы. Это и есть настоящая жизнь. Степочка, не плачь. Степа! Степочка! Я думала, что ты не придешь. Прости, прости меня, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Варя, сестра Даши. Наконец-то вы явились. Ребенок уже весь извелся, он плачет. Простите, пожалуйста, я просто забыла. А Даша, она в больнице лежит, а я на работе была. Простите, пожалуйста, извините. Как можно забыть про ребенка? Вы понимаете, что меня тоже дома ждут? До свидания. Мне сказали то, что мама заболела. Ну, маленький, это правда. Но все будет хорошо, я тебе обещаю. А пока я буду о вас заботиться, ладно? Не знаю. Я вообще не понимаю, как тебе в голову такое пришло. Покупать ребенка у незнакомой девки. А какие у меня еще варианты? Забеременеть сама я уже не успеваю, чтобы по срокам сошлось. А так всем хорошо. Ей деньги, а мне ребенок. А каким он будет, этот ребенок? Ты вообще хоть что-нибудь об этой Марине знаешь? Ничего. Но она вроде нормальная. Вроде. Нормальная мать своего ребенка не бросит. Она тебя точно обманет, ей-богу. Или помирится со своим приятелем. Мама, не нагнетай. Угу. Ей деньги нужны. А мы где деньги возьмем? А? У меня кое-что отложено, и я надеялась, что ты мне поможешь. Аня, я на пенсии. Моих накоплений хватит только на один взнос. Хорошо, даже если я сдам комнату. Это все равно тебя не спасет, это копейки. Вообще-то суррогатное материнство больше миллиона стоит. Это я еще удачно договорилась. Ой, богу, ты меня в гроб просто сведешь. Мама, ну хватит меня критиковать. Давай сменим тему. Кого хочешь? Внука или внучку? Варь, съешь конфет? Я не хочу, солнышко. Давай оденем. Ну, пожалуйста. Тетя Варя, можно я сегодня к подружке после школы зайду? Хорошо, только до 6, пожалуйста, вернись, потому что мне надо Степу из садика забирать. Ну, Степа, иди ко мне, пожалуйста. Варь, съешь конфет? Я не хочу. А ты куда так накрасилась? Точно к подружке? Да, у нас все так ходят. Да? Тетя Варя, можно я сегодня не пойду? У меня температура. Хорошо. Что, что, как ты мерил? Да, 37,5. Так, а уроки? Да мне на мыло скинуть. Иди сюда, я прошу тебя. Хорошо. Пожалуйста. Ну, Варь, съешь конфет? Хорошо, давай. Одевайся. Ну, вкусная конфета? Очень вкусная. А чё ты так смеешься? Да, просто эта конфета ему вчера на ботинок на улице прилипла. Да, странно. Она ведь не опаздывает обычно, спасибо. Я сейчас позвоню, узнаю. Добрый день. Простите, пожалуйста, за опоздание. Ничего, здравствуйте. Здравствуйте. Все в порядке. Итак, мы предлагаем вам организовать детский показ мод в городском парке. Mm-hmm. Спасибо. Именно там по выходным гуляет очень много семей с детьми, а именно они являются нашей основной целевой аудиторией. Вот. Предлагаю установить примерочные с фотозоной, где дети смогут фотографироваться, а потом выставлять эти фотографии в соцсеть с хэштегом «Братцы кролики». Ну, так мы будем рекламировать вашу одежду среди молодежи. Как вам идея? Мне хорошо. Прекрасно. Вот еще я подумала, как можно интегрировать ваш логотип. Мы подумали, что ведущий будет в костюме, в ростовом костюме кролика. Ну что, по-моему, хорошо. Да. Давайте тогда прикинем относительно сметы все, и начнем подготовку. Прекрасно. От меня что требуется на этом этапе? На этом этапе требуется отобрать детей. Вот из модельного агентства прислали фотографии. Нам надо выбрать три возрастные категории. Смотрите. Ну, давайте выбирать. Не помешаю? Садись.
Ты так здорово придумала с показом мод. И с социальными сетями тоже. Дети нас сами будут рекламировать. Ничего особенного. Обыкновенная бесплатная реклама. Ну, не скромничай. Классная идея. Только воплощать ее будешь ты. Привыкай, пожалуйста, к тому, что ответственность на твоих плечах. Я понял. Угу. Даже не придешь нас поддержать? Не знаю. Посмотрим. Я буду очень рад тебя там видеть. Спасибо тебе, что осталось. Несмотря на то, что у нас так все вышло. Что? А? Ты чего? Фух. Воды? Что-то... Да ничего, прошло. Это из-за ребенка, наверное. Что? Дети Дашины, племянники мои. Я же сижу с ними, она в больнице лежит. И племянник мне дал конфету какую-то с пола. Кто? Ребенок Дашин. Я же говорила, неприятности одни. Детей этих. Фух. Наверное. Не знаю пока. Привет! Ой, мама! Привет! 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 Привет, мои хорошие. Мам, а я тебе подарок принес. Ой, подарок. Спасибо тебе большое. Варь, ты как, справляешься? Ничего, с переменными успехами. Но ничего, справимся. Ты как? Надолго еще? Ой, ну вот завтра уже обещают прооперировать, поставят эту пластину. Потом нужен, чтобы отек спал, и 2-3 дня и отпустит. Мальчишки, ешьте печенье. Тетя Варя вас хоть кормит? Кабачками и рукколой. И что, они-то едят? Первые пару дней капризничали, а потом привыкли. А Лиза где? Лиза посиделки у нее с подружкой. Ой, эти посиделки. Ты смотри, чтобы она позднее 10 не приходила, ладно? И Мишку гоняет компьютер, а то он с этими играми вообще про школу забудет. Даш, все хорошо. Мы совсем справимся. Ты, главное, выздоравливай. Я очень скучаю по ним. Миша, мама что сказала? Давай, выходи из игры и ставь на паузу. Тетя Варя, я не играю, я работаю. Извините, что за работа такая? Я тестирую новую игру, протокол веду. Все баги записываю, а пацаны потом исправлять будут. Это наш бизнес, мы будем продавать игру. Ух ты, и как вы будете его продавать? У нас есть свой сайт, мы там все пишем. Так вам надо с такими, как вы, объединиться. Вы будете их рекламировать, а не вас. О, круто. Я скажу друзьям. Угу. Миша, не знаешь, где Лиза? Я не могу до нее дозвониться. Не, но я могу ее найти. Мама просила установить на компьютер такое приложение, чтобы можно было нас всегда найти. Угу. Так. Вот она. Знаете, где это? Ну и что случилось? Ничего. Ну, нет, можно не врать. Почему трубку не брала? Потому что это не он звонил. И никогда уже не позвонит. А он это кто? Никита. Никита. Он обозвал меня тупой разукрашенной курицей и бросил. Это он, получается, тебя не любит, да? Нет. Лиз, ну это же хорошо, что ты сейчас об этом узнала. А представляешь, ты бы с этим Никитой полжизни прожила? И он бы тебе сказал, я тебя не люблю. Это он, Никита, может? Не может. Давай. Не надо. Пойдем. Ань! Я тут с ребятами в офисе пообщался. Они советуют 3 в 1 брать. Автокресло, люльку и прогулочную. А? Или тебе не нравится? Мне все нравится, Влад. Ты замечательный. Только что мне делать вот с этим? Вот с этим мы поступим вот так.
Ты же хотел со мной развестись? Извини меня. Да, хотел. Тогда я думал, что это будет единственный выход. Но у нас теперь с тобой малыш. Теперь все по-другому. Тише. Ну ты чего? Тише, ничего страшного. Это нормальная реакция для беременной женщины. Пожалуйста. Только не это, господи, почему? Что-то случилось, тетя Варь? Ты почему не спишь? Пить захотелось. Файл не открывается. Не открывается. Целую неделю готовила, а завтра заказчикам показывать. Иди спать, пожалуйста. Дайте флешку, я все сделаю с друзьями. Ну, а хотите, я попрошу друзей, чтобы они взломали почту конкурентов, чтобы узнать, что у них там в планах? Нет, вот это ты знаешь... Хотя мысль интересная, я подумаю. Ну, я пошел тогда поработаю. Лиз, чего там, все собрала? Да, тут такие классные вещи есть. Хорошо. Тетя Варь, а можно мне с вами? Миш, чего там с файлом? Вот, готово, проверяйте. Серьезно? Да. Так. Миша, какой ты молодец. Так мне можно с вами? Можно, только иди Степку собери, вместе поедем. Степа, иди одевайся. Я большой, я сам. Нужно, чтобы вы хорошо питались, не нервничали, сдавали все нужные анализы. Mm-hmm. Он должен быть здоровым, понимаете? Да, я понимаю. Значит, я должна не работать, сидеть дома. Хорошо и правильно питаюсь, делаю физические упражнения, гуляю. А на какие деньги? Мы же договорились. Вот, первый взнос. И дальше каждый месяц. Вы знаете, я почитала в интернете, это дороже. Вы же все равно собирались делать аборт. Хорошо. 800. Не хотите? Как хотите. Ладно, хорошо, я согласна. Только мой муж ничего не должен знать, понимаете? Хорошо. И я буду ходить с вами на УЗИ. Я должна видеть, как мой ребенок растет. Это несложно. И, кстати, кофе вам нельзя. Как скажете. А можно мне другую одежду? А я хочу первой выйти. Я пить хочу. Воду за сцену, срочно. Так, дети, давайте не капризничаем. У нас хорошее настроение, делаем все, как репетировали. Уходим в том же порядке и в той же одежде. Приглашаем наших маленьких. А? Держи. Так, где ведущий? Нам начинать скоро. В общем, у него машина заглохла, он опаздывает, ждет эвакуатор. Почему я только сейчас об этом узнаю? Кого я вместо него выпущу? Не знаю, можно Андрея, но он сцены боится. Так, все нужно делать самому. Держи. Давай. Где костюм? Вон. Так, все готово. Хотите нравиться учителям и не выглядеть уныло? Хотите отличаться от своих сверстников во время прогулки? Подходите. Мы начинаем. Это Сабина и Лера. Проходите. На них блузки и разноцветные джинсы. Скромный, но романтичный образ. Очень подходит для отдыха. Так. А это Вася. На нем футболка и джинсы. Очень удобно.
А это... А, Варвара Андреевна, директор нашего филиала с племянниками. Всем привет, мальчишки и девчонки. А кто из вас хочет пушки в подарок? А кто? Кто хочет сфотографироваться с Коликом? Кто хочет? Прекрасно, классно. А кто хочет, чтобы сегодня здесь, во Владимирском саду, проходит удивительное мероприятие. Показ модной детской и молодежной одежды «Братцы». Тогда выбирайте одежду, потом создавайте стильный образ и продемонстрируйте его у нас на подиуме. Здравствуйте. Немного решили изменить концепцию. Да все отлично. Что-то такое и предполагал. Ну, а теперь мы подойдем. Вы маленький... спрашивали, кто будет лицом моего бренда? Да. Да ведь я тут подумал и... Нужны ведь дети трех возрастных категорий, так? Так. Вот же они, братцы, кролики. Так, улыбаемся. На меня смотрим. Ага, молодец. А теперь вот ручки вот так вот сделай. Ага. Так, молодец. А теперь давайте втроем. Сюда. Втроем. Так, ты по центру. Ага. Молодец. Ты нас просто спасла. Пришла и сотворила обыкновенное чудо. Обыкновенное мероприятие, вот. Тебе бы в Москве поработать с парочкой крупных брендов. Все получится. Тебе идут эти ушки. Спасибо. Дети придумали. Мила, как ты с ней? Ничего. Как-то справляюсь. Обалдеть. С тремя. Я не представляю, что мне с одним-то делать. У тебя нет выбора. Да. Фотограф сказал, что я молодец. Да, потому что ты самый смелый кролик. Молодец. Там, конечно, с этими детьми очень... Вот это. А вот, Лиза, какая получилась? Да, было круто. Круто. Нельзя не... Молодцы. Ребят, мы большие молодцы. По-моему, у нас все очень хорошо получилось. У нас большие планы. Скоро у нас будет открытие интернет-магазина. Ой, шеф звонит. Так. Ну, так, это давай сюда. Да, Леонид Аркадьевич, добрый день. Как ты там? Прекрасно. У нас большие планы. Отложи все свои планы. Приезжай скорее в Москву ближайшим рейсом. Ивашов одобрил твою презентацию. Вы знаете, ближайшим рейсом не получится. Ну, приезжай вторым. Короче, чтобы в понедельник была тут, как штык. Это мама? Нет, ой, нет, нет, зайка, это не мама. Нет, это не мама. Пошли, Степа. Простите. Что там за дети? Это мои дети. Племянники. Сестра моя попала в больницу, и их не с кем оставить. Варя, что за дела? Какие дети? У нас Ивашов. И к тому же ты сказала, что личная жизнь не помешает работе. Ну, сказала. Найми няню или кого-нибудь и приезжай. Если ты не приедешь в понедельник, то я на твое место возьму другого сотрудника. Простите, это ультиматум сейчас? Да, ультиматум. Ага. Хорошо, Леонид Аркадьевич. В таком случае ищите нового сотрудника. А я увольняюсь. И управление филиалом я передаю Владу. Ну, как знаешь. И документы курьером передайте. Обратно не возьму. Вы уходите? Да. А вы работаете? Работаете. Варя. Пойдемте. Не сейчас. Спасибо, спасибо тебе. Поставлю чайник. Ваша мама? Яга, костяная нога. Угу. Как вы тут без меня? Ничего. А что так рано дома сегодня, Варя? А так получилось. Мама, тетя Варя нам понравилась, и мы хотим ее себе оставить. А тетя Варя-то в курсе? Проходи. Вот я и дома. Что-то калитка у вас не скрипит. Да вот,
Тарас починил. Кажется, в доме появилась мужская рука. Я тебя умоляю. Это он просто после аварии себя виноватым чувствует. Вот и подлизывается. Ничего личного? Конечно. Идем. Ну, красота. Сижу королевишной. Неужто нужно ноги ломать, чтобы о тебе все так заботились? Ну, может, нет, ног мы ломать не будем. Может, пожалуйста. Кстати, Варя, я смотрел фото. Совершенно замечательно. Так что будем печатать. Я что-то пропустила? Ну, твои дети будут теперь лицом фирмы «Братцы-кролики». Скоро во всех журналах страны. А зачем? Ну, это уже какое-то уже лишнее. Ну, это все Варя. Да, да, валите все на меня. Я теперь все равно безработная. Как? Ну, вот так. Не такой я оказалась ценный сотрудник. Не, ну, может, ты надо... не волнуйся. Деньги я на пару лет отложила, поэтому, думаю, хватит. Ну, ты же у нас без работы никак не можешь. И... Не могу. Так, может быть, вы будете печатать у меня в журнале? Я никогда не писала статьи. Ну, я же читал ваши презентации. Слог замечательный, тексты очень хорошие, так что подумайте. Ну, ладно, спасибо за чай. Поеду поздно уже. Счастливо. Спасибо. То есть ты, Варя, остаешься у нас? Ну, надо же тебе как-нибудь с детьми помочь. Ну да, с гипсом мне еще недели две скакать. А со своим ты разобралась? Нет. У тебя какой срок-то? Достаточный. Ребеночка оставишь? Не знаю, Даш. Работы нет. Отца тоже не предвидится. Даже как они, не знаю, другая жизнь какая-то совсем будет. Ну, будет. Будет, она тебе понравится. Вот увидишь, я тебе помогу. Я на себя рассчитывать привыкла. Работать как-то, крутиться. Ну, и ты будешь работать, будешь сидеть, писать, не выходя из дома с ребенком. Даш, я никогда не писала статьи. Ну, о чем мне писать? Ну, пиши про себя. Про себя. Варька, я тебя поздравляю! Что такое? Что случилось? Твоя статья, я ее прочла. Статья? Так. Да. Здорово. Полночи писала. Там середина, правда, проваливается. Да бог с ней с середины. А финал? Главное, ты оставляешь малыша. Да, да, да. И ведь это замечательно, твоя беременность. Какая тема для блога? Блог — это, конечно, хорошо. Все остальное, правда, не очень. Да все это ерунда. Решим. У Степки куча вещей осталось. И Тараса попросим, он пригонит по бартеру. Ой, молодец, сестра. Спасибо. Дети, подъем! Проснулась. Проходи. Доброе утро. Доброе. Смотри, вот творог, каша, а? Я прочитал, что беременным нужно кальций много есть. Спасибо, ты такой заботливый. Садись. Скажи, а когда уже животик должен быть виден? Ну, не знаю, наверное, через пару месяцев. А ты когда на УЗИ пойдешь? Я хочу с тобой. Хорошо. Ты на работу не опаздываешь? Опаздываю. Ладно, приятного аппетита. Давай. Я провожу тебя. Да нет, нет, сиди. Мама,
зайди, пожалуйста, к нам. Нет, ничего не случилось. Пока. Варя, Варвара Андреевна отлично постаралась, наладила работу филиала. Дальше мы будем действовать согласно ее разработанному плану. Да. Сегодня... Извините. Так, все могут попить кофе. Окей. Добрый день. Давайте знакомиться. Влад Семенов? Так точно. Варвара говорила о вас очень много хорошего, что вы креативный и ответственный. Спасибо. У нас намечается небольшая кадровая перестановка. Как вы относитесь к перспективе перевода в головной офис? В Москву? Да, нам нужны свежие идеи. А на ваше место я кого-нибудь пришлю. Ну, мне же придется переехать. А у меня жена беременна. Я думаю, она не согласится. Варвара сказала, что вы креативный. Придумайте что-нибудь. Хорошая работа. Денег заработаете для ребенка. Что же я вас уговариваю? Да или нет? Даш. Даша. Да? А когда надо от растяжек мазаться? Глупенькая, какой крем от растяжек? Рано еще тебе. Да? Слушай, Тарас написал. Говорит, ему статья понравилась. Да? Так что буду свой блог вести. О своих ощущениях. Ой, круто. Я почитаю. Что это почитаешь? Иди уроки делай. Ну, мам. Успеет она все. Знаешь что, вот у тебя свой родится, тогда будешь получать. Тут пишет, что живот виден уже на третий месяц. Как мы будем это скрывать? Влад сказал, что он будет очень занят на работе. Я тоже так думала. А он собрался за каждым моим шагом следить. Мы же не можем 9 месяцев спать в разных комнатах. Еще надо Марине где-то остаток денег найти. Почему-то все так сложно. Аня! У меня новости. Меня приглашают работать в Москву. Я хочу принять это предложение. Я понимаю, что ты беременна и что я обещал быть рядом с тобой. Но это шанс. Я мечтал об этом. Я буду приезжать. Там зарплата очень большая. Я буду присылать деньги. Ну что ты молчишь? Но если ты не хочешь, я откажусь. Влад, я тебя поздравляю! Это так здорово! Я всегда знала, что ты мне самый талантливый. А ты у меня умница. Все хорошо. На УЗИ была. Снимок обещали на почту прислать. Ну, конечно, покажу. Ой, Владик, извини. У меня мама на второй линии, ага. Целую. Я вас вижу. Добрый день. Добрый день. Вот ваш заказ. Спасибо. Где расписаться? Вот здесь. А если не секрет, вы для себя покупаете? Нет, что вы. Мы рекламный клип снимаем, это реквизит. До свидания. Привет. А ты чего так рано? А что ты такая взъерошенная? В магазин ходила? Что купила? Да, но это сюрприз. А ты когда уезжаешь? Я завтра утром. Вот надо вещи все собрать. Так я тебя соберу. Ты принеси, пожалуйста, чемодан с адресой. Принесешь?
Ань. Ты чего? Давай собираться. Да я тут подумал. Неправильно я поступаю. Ты беременная, а я бросаю тебя тут. Может, мне остаться? Даш, а ты как детям имена выбирала? До родов или после? Даша! Даш? М? Что? Тут перед тобой автор живой стоит. А ты в журнал уткнулась. Я, между прочим, твою статью читаю. А. Знаю, как проходит беременность моей родной сестры. А тут ты не в курсе. Я говорю, ты как детям имена выбирала? Ну, имена. Мне нужно было лицо увидеть. А то буду величать Федором, а родится Макар. Да. А ты что, уже решила? Ну, читатели говорят, что если я пишу под псевдонимом «Беременная львица», у меня должен родиться лев. Mm. А где ты будешь рожать-то? Это они тоже выбрали. Вот по опросу это лучший перинатальный центр. Что о, скажешь? Знакомые места. Я же там троих-то и родила. Да. Персонал прекрасный, да, и условия очень хорошие. Угу. Мне еще акушерка говорит, прибегай за четвертым. Четвертым? Да. А чего? Тебе одного тоже будет мало, вот увидишь. Нет. Леонид Аркадьевич, рекламная кампания запущена, территорию подготовили, все репетиции на ура отработали. Мне теперь только на открытие. Можно мне на пару дней домой смотаться? А то жене скоро рожать, а я в Москве торчу. Пресса, я за тебя буду приглашать. Жюри созванивать. Конкурсантов расселять. Ну, как же? Мы же договаривались. Мы договаривались, что будем с вами работать. Хорошо и вовремя. Варвара вообще без выходных работала. А вы только и думаете, как поскорее свалить. Да я за последние полгода 4 раза только дома был. И то на один день. Вся беременность мимо меня прошла. Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Ты должен деньги зарабатывать, а не жену за ручку держать. Разошлешь пригласительные прессе. Сегодня же. Завтра жду тебя с отчетом. Работа не в проворот. Поэтому о поездке можешь не думать. Работаем, работаем, работаем. Это будет прекрасно. Потому что на всякий случай... Капитан, очевидность, мы поняли. Уже совсем большой. Хоть сейчас на выход. А пальчики вы видели? Все в порядке? Ох уж эти мамочки. Ни одна не спросит про голову. Всем пальчики подавай. Не волнуйтесь, все в порядке. Я вам сейчас распечатаю. Вы следующая. Нет, нет, спасибо. Я у другого доктора наблюдаюсь. Вот, держите. Фото на память. Спасибо. Какой хорошенький. Вы УЗИ мне отдайте. Вам-то оно зачем? А мне мужу нужно показать.
Вас подвезти? Нет, спасибо. За мной парень должен приехать. Вы что, помирились? Пока не знаю, не уверена. Марина, у нас договор. Кстати, о договоре. А где деньги? Все сроки уже вышли. Да-да, мы вам обязательно заплатим, я поговорю сегодня с мамой. Вы не тяните, а то ведь я могу передумать. Дядя Тарас. Привет, дети. Ну что, рекламу новую будем смотреть? Ух ты, круто, будем. Тогда идите сюда. А я там буду? Ты там будешь обязательно, потому что ты же главный артист, как без тебя. Правда? Ой, наконец-то. Сядь. Ой, как я за вас рада, ты себе не представляешь. Вот так. Так, а почему это за нас? Включай. Дела у них. Вообще, по поводу меня тебе все время кажется. Ничего мне не кажется. Ты присмотрись. Детям отец нужен. Не отмахивайся. А вот еще. Знаешь, что советчица? У тебя свой пацан смотри, на подходе. Какой ты сушарик. И вообще не переживай, сестра, справимся. Смотри, ты. Здравствуйте. Вот ты. Здравствуйте. Я пойду, мне там на консультацию глаза проверить надо, обменку забрать. А вот еще я могу подбросить. Нет, нет, вы оставайтесь. Ой. Спасибо. И вот еще, и пока. Вот еще, и вот еще, и вот еще. Выглянул, так. Выглянул. Что вы смотрите? Выглянул. Не кричи. Не кричи. Степ, что вы смотрите? По результатам голосования первое место среди роддомов города Ульяновска занял перинатальный центр на проспекте... Ну зачем тебе это знать? Ты что, с подушкой туда пойдешь рожать? Влад звонит! Мама! Живот, помоги быстрее! Привет! Ну как дела у вас? Привет! Еще не родила, как видишь. Ну, потерпи, недолго осталось. Все у вас хорошо. О, любимый зятек. Привет. Здрасте. Да, все хорошо. А ты когда приедешь? Пока не знаю. Но я тебе денежку на карту перевел. Спасибо. Столько всего нужно купить, ты себе не представляешь. Я сегодня роддом выбрала. Самый лучший. Деньги очень кстати. А ты работай, работай. Приезжать пока не нужно. Не переживай. Спасибо за понимание. Мы будем тебя ждать. Ух ты, вы мои хорошие. Ну ладно, целую вас. Пока. Целую, пока. Я в магазин. Куда собралась? Деньги руки жгут? Да за мороженым я. Подушка эта надоела уже до смерти. Ну, знаешь, когда я тебя носила, живот на ночь меня отстегивало. И ничего, справилась. Ладно. Врач говорит, у Марины скоро роды. Я с ней рассчитаюсь, и все закончится. Хоть бы Влад еще недельку в своей Москве посидел. Ладно, пошла я. Здравствуйте. Здравствуй. Ой. Сейчас я вам закапаю капельки, чтобы расширить видимую область глазного дна. Головку. Вот так. Угу. Ага. Так. Салфеточки промахните. Какая неделя беременности? Не помню. Женщина. А. Неделя беременности какая? Сейчас. 38-я. Ох уж эти гормоны. Хотите, чтобы муж присутствовал при родах? Ему необходимо сдать анализы, флюорографию? Нет, нет, не надо. Нет никакого мужа. Да что же это такое-то? Ты красивая, молодая и одна. Совсем мужики с ума посходили. Да все в порядке, ну что вы. Я сама совсем справлюсь.
Смотрим внимательно на мой мизинчик. Угу. Смотрим на мое ушко. Угу. Ну, с глазками у нас все в порядке. Угу. По моей части никаких вопросов. Разрешаю естественные роды. Спасибо. С вами все в порядке? Да. Все в порядке, просто как-то перед глазами все размывается как-то. Так вы одна, небось, пришли-то? А... Вам есть кому позвонить? Есть. Сестре. Давайте я вам помогу. Не надо, я сама со всем справлюсь, что вы. Держи. Спасибо, сдачи не надо. Тарас, здравствуйте. А почему вы? Я думала, Даша сама или на такси. Варвара Андреевна, ну, давайте. Зачем эти подвиги? Да какие тут подвиги? Я-то думала, очередной поход к врачу. Да я бы и сама смогла, но... Варя, вы понимаете, что вы сейчас работаете и за себя, и за того парня? Ради сына попросить помощи не стыдно. Моя героиня. Здрасте. А я вам деньги собрала, последний взнос. Короче, мы ребенка вам не отдадим. Мы передумали. Я нашел работу и вообще... Простите, так неудобно получилось. Вы еще родите, обязательно родите. Вы что, с ума сошли? А что мне теперь делать? Ну, это уж явно не наши заботы. Пойдем, тебе нельзя волноваться. Эй, а деньги? Какие еще деньги? У меня мама кредит взяла, мы полгода комнату сдавали. А что я мужу скажу? Я полицию вызову! Послушай, дура, а что у тебя есть? Расписка, свидетели. Она нет и долго нет. Поняла, курица? Вообще не понимаю, в кого ты у меня такая дура. Я тебя предупреждала, что именно этим все кончится. Хватит меня клевать. Я хотя бы попыталась что-то сделать. Попыталась она. Может быть, из дома малютки ребенка взять? Не. Ты хоть понимаешь, сколько бумаг нужно собрать? И согласие мужа в первую очередь. Извините, пожалуйста, вы за ребенком не присмотрите? Я быстренько за молоком сбегаю. Да, конечно. Хорошо. Спасибо большое. Немедленно положи ребенка назад. Девушка, что вы делаете? Ну, что, мне полицию вызвать, что ли? Простите нас, пожалуйста. Видите, нам самим скоро рожать. Нервы, гормоны. Простите нас, пожалуйста. Пойдем, милая, пойдем. Пойдем. Да ты что в самом деле, а? Полный дом детских вещей, а малыша нет. Мам! Мама! Мама! Что я Владу-то скажу? Скажи, что не выжил ребеночек. Как не выжил? Значит так, пока Влада нет, провернемся незаметно. Он приедет, ты без живота. Ну, скажем, что роды начались внезапно. Ребеночек не выжил.
Ну, не пойдет же он в роддом с проверкой. Я боюсь. Я не хочу. Девочка моя. О, Господи. Алло. Алло. Да, Влад? А Анечка, она... Я поняла. Да, поняла. Ждем. Ну все. Приехали. Вернее, приехал. Так. Живот. Живот не давай ему трогать. Поняла? Спите в отдельных комнатах. Давай, давай, давай. Потом что-нибудь придумаем. Знаешь, а я вот подумала, о чем я буду после родов писать? С появлением ребенка, наверное, журналистика моя закончится. Не говори глупости. Вот уж чего-чего, а детских тем полно. Колики, первые зубы, введение прикорма, выбор подгузников. Я тебе сейчас сходу штук 100 сочиню. Хорошо бы. Потому что я сейчас почитала расходы на первый год. По-моему, моих сбережений не хватит. Да-да-да. Угу. Кстати, сестрица, ты помнишь, что у ребенка есть отец? Или ты собираешься одна все тянуть? У него есть своя семья. Зачем ему мы? Это не тебе решать, зачем. Пусть он заботится и несет ответственность. И вообще, давай звони, иначе я уже позвоню. Давай я буду сама решать, что мне делать. Пойми, дело же не только в денежной помощи. Он отец ребенка. Он имеет право знать, что у него скоро будет сын. И рано или поздно все равно это скроется, и будет только хуже. Даш, все будет хорошо. Не нагнетай. И давай сменим тему. Всем привет. О. Ну что, как малыш? А? Дай я с ним поздороваюсь. Влад, пожалуйста, не надо. А ты чего заранее не предупредил, что приедешь? Пакеты, пакеты вон туда неси. Начальник не хотел меня отпускать до последнего. Хорошо понадобилось документы вести. Я сюда поставлю, ладно? Угу. Собирайся. У нас фотосессия через час, я договорился. Какая фотосессия? Я же с пузом. Я так сразу не могу. Ты прекрасно выглядишь. Это же не для нас с тобой, это для малыша. Да, конечно. Ну, ну, давай, давай, давай. Фотосессия, ага. Это очень хорошо. Переодевайся. Фотосессия, это хорошо. Ну? Пойдем, 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 пойдем. Я тебя кофе напою. Устал с дороги. Ладно, я же просила, не прикасайся. Почему? Он будет красивый, как мы с тобой вдвоем обнимаем малыша. Ну, скажите. Ой, да не переживайте вы. У беременных свои причуды. Чего я только не видел за год работы. Вот. Меня каждый встречный хочет за живот потрогать. Какой каждый встречный? Я не каждый встречный, я отец. Ну, мне просто страшно, понимаешь? Страшно. Ладно. Ну, тогда я в офис поеду. Раз я тут не нужен. Фотографируйтесь без меня. Вот отличный кадр получился. Mm. Хоть сегодня можно журнал отправлять. Сегодня обработаю и пришлю. Mm. Ладно. Ручки на живот положите. Улыбку. Здорово. Привет. Привет. Так, вот держи. В пакете рекламки. Флешка с презентацией сейчас. Вот. Слушай, а ты в Москву обратно не хочешь? Ну, а я бы обратно сюда перевелся. А чего вдруг? Там же проекты интересные, зарплата, движуха всякая. А тут... А тут семья. У меня ребенок скоро должен родиться. Ну, ты сам смотри, я-то не против, осталось начальство убедить. Ну, значит, договорились? Ну, да. С начальством я поговорю. Ага. Варька, как она? Наверное, конкурентом устроилась. Нет, она вроде ушла из индустрии. Я давно про нее ничего не слышал. Ну ладно, давай. Пока.
Даш, ну помоги. Не могу выбрать. Смотри, все красивые. Может, вот это, ну, оригинально. А перелистни дальше. Ой, так вообще тебе не нужно видеть. Да. Тебе вредно волноваться. Да, Влад здесь какой-то грустненький. Зато Аня красивая. Лицо такое аккуратное. Не поправилась совсем. Не то, что я. На баржу похожа уже. Женщина-гора. Да какая это гора? Ты просто так пригорочек. Я вон когда Мишку носила, я вообще до ног дотягиваться не могла. Просто не могла обуваться. Мам, ты что, босиком ходила? Конечно. Ага, зимой. А я зачем тогда? Помогала. О, дядя Тарас приехал. Всем привет. Здрасте. Мишка, иди сюда. В смысле? Что в смысле? В смысле сюда иди. О, Видяха. О, Видюха. Все, больше мы его не увидим. Лиза, иди чайник ставь. Хорошо. Все-таки не нужно было у Мишки такой дорогой подарок дарить. Он так целыми днями из компании вылезает. Другая мать радовалась бы. Парень делом занимается. Кто у тебя там такой настырный все названивает? Влад приехал. Может, пойдешь поговоришь с ним? Не-не-не, я не хочу. Даш, пожалуйста, придумай что-нибудь, а? Так, только, пожалуйста, не волнуйся. Придумайте. Спокойно, спокойно. Тарас, поговори с ним. А то же он не уедет. Пожалуйста, успокойся, я не хочу идти туда, пожалуйста. Привет, Влад. Здравствуйте. Я думал, вы в Москву перебрались. Да, моей жене скоро рожать. Если жене скоро рожать, чего ж вы тут? Варю хотела видеть. Как она? Что с ней? С Варей все в порядке. А, вы здесь с ней, да? Поэтому она? Послушайте, Влад, я думаю, вам лучше поехать к жене. А Варя, если бы хотела вас видеть, она бы ответила на звонок. Понятно. Вы правы. Привет передавайте. Передам. Влад уехал. Ой. Скоро не ждите. Ой. Что, все началось? Да? Рожаю. Все. Так, так, я в машину. Поехали. Разложу сиденье. Ребята, поехали. Только без паники. Первый раз никто так быстро не рожает. Спокойно. Ой, страшно. Тихо, тихо, все, сестра. Даша. Назад пути давайте. Нет. Давайте мне. Угу. Ты, главное, дыши. Здравствуйте. Добрый день. Вот. А, ваши документы? Сейчас, сейчас. Паспорт, обменную карту. Так. Так, что у нас так? С обменкой все в порядке. Запрещенных продуктов с собой нет? Нет, нет. Хорошо. Родственники могут идти. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Угу. Ну что, ребенку от нас привет, поцелуй его от нас. Да? Да. Все. Здравствуйте. Здрасте. Женщина, не волнуйтесь, пойдемте. Все будет хорошо, поберегите Спасибо. Свои силы. Ну, с Богом. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Ты чего делаешь? Гнездо вьешь? Вот выпей одновременно мочегонное, снотворное. Еще не забудь к животу мешок с гвоздями привязать. Вот я посмотрю на тебя, какое ты гнездо будешь вить. Да, а еще кот ногами топает, да? Ладно, ладно, хочешь, я пойду
Да, мне все мешает. Ты не обидишься? Нет. Ну, просто я привыкла спать одна, тебя долго не было. Я понял. Ладно, спокойной ночи. Ну что значит потерпи? Не могу я уже терпеть. Не могу. Что, милая, терпишь? Часто хватает? Раз в минуту. О, тебе пора рот зал готовить. Пошли, я тебе стол накрою. А, все, отмечать будем, да? Да, ой, конечно. Не переживай. Не могу. Ой, давайте здесь постоим. Терпи. Ребенку еще сложнее. Терпи. Давай. Ой. Аминь, смотрите. Мне кажется, у меня уже все. Нет. Уйдите все. Нет. Уйдите все. Это мой. Мой ребенок. Это мой ребенок. Он мой ребенок. Мой! Аня, что случилось? Уже, да? Началось? Какие вещи брать в роддом? А? Какие вещи? Ну, с собой какие вещи нужно брать? Зубную щетку, халат, тапочки. Халат, все, я понял. Мама, что мне делать? Так, быстро. Быстро одевайся в роддом. Долго Влад с тобой не будет. Ему в Москву ехать надо. А в роддоме что? Вот дура-то! Приемной схватки изображай. А ему скажи, чтобы уходил, что тебе так легче. А потом сама выйдешь незаметно. Ты поняла? Да шевелись же ты! Так, вот вещи я собрал. А? Ладно. Вещи потом привезем, а ты давай скорее машину. Машину, бегом, да, бегом. Так кто ты так быстро? Потихонечку. А в роддоме по стеночке, как уточка, поняла? Давай. Держись. Сумку возьми. Сейчас. Сильно больно, а? Ну что я могу сделать? И ничего сейчас не нужно. Оставь меня просто в покое. Хорошо. Я же хочу как лучше. Я понимаю, ты на самолет опоздаешь. Дальше мы сами справимся. Ай, какой самолет? Я с тобой буду до самого конца. Что, очень больно? Кто-нибудь? Жена рожает. Молодой человек, не кричите. Давайте паспорт, обменную карту жены. Сейчас. Пожалуйста. Так, а вы готовьтесь к осмотру. Сейчас врач подойдет. Так, сейчас. Вот паспорт. Вместе будете рожать? Да. Нет. Понятно. Давайте обменную карту. Ань, где карта? Влас, у тебя самолет. Уезжай уже, пожалуйста. Роды – дело не быстрое. Идите, молодой человек. Вас все равно туда не пустят. Да? Конечно. Ладно. Давайте сумку. Держите. Идите уже. Аня, ты сообщишь мне как-то? Иди уже, я тебе позвоню. Все будет хорошо. Пойдем. Ага. Пока. Не могу я приехать, Леонид Аркадьевич. Но у меня жена рожает. Влад, это несерьезно. Сделай дело, и как раз успеешь к выписке.
Давай, вылетай ближайшим рейсом. Да не уговаривайте вы меня. Я уже год в вашей Москве сижу. Ну и не сиди. Перевод в Ульянов хочешь, о котором ты говорил? Он твой. Только ты нужен здесь. Женщина, вы вообще собираетесь оправляться? Ой! Так. Ой. А мы снова к вам. Давайте документы, вот обменку. Позовите Анастасию! Сейчас все будет хорошо. Мы вам поможем. Срочно! Проходите на кресло. Анна Сергеевна, подойдите, пожалуйста, во вторую родовую. Я сейчас подойду. Мы здесь сидим. Вас уже осмотрели? Тогда тихонечко встаем и аккуратненько идем к лифту. Дышим, дышим, дышим. А теперь тужимся. Давай, 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 давай. Доктор, там все в порядке? Да. 8-9 по Абгару. Вес 3200. Рост 52. Отличный мальчик. Поздравляю. Отличный мальчик. Ну, мамочка, принимайте. Держите покрепче. Привет. Так, вы сейчас здесь побудете, потом вас в палату. А ребеночка в детское отделение. Подождите, подождите. Как детская? Зачем? Вы же сказали, что мы сразу вместе будем. Да будете, отдохнете, вместе будете. У кого вы рожаете? Кто ваш врач, девушка? Карта где обменная? Так, давай, вставай, вставай. Видимо, документы на первом этаже твои остались. Постой здесь, я сейчас приду, слышишь? Хорошо. Нельзя без документов. Вставай. Хорошенький-то какой. Маленький. Ребенок. Ну вот. Давай аккуратненько. Давайте, мамочка, ребеночка. Иди сюда. Тихо-тихо-тихо. Ой, ты маленький. Все будет хорошо. Вот так. Тихо-тихо-тихо. Скоро принесете, да? Да ты не волнуйся. Не волнуйся. Ты самое главное сейчас хорошо отдохни. Понимаешь? Да. Хорошо отдохни. Набегаешься еще по ночам. Кто-нибудь скорее, подойдите, пожалуйста. У меня что-то с ребенком. Что у вас случилось? Тише, тише, тише. Тише, тише, тише. Дари цветы скорее. Конфеты не за. Спасибо. Спасибо большое. Вы, главное, растите здоровенькими. Спасибо большое. Ну что за люди? Ходи потом, собирай за ними.
нее подбородок трясется. Очень сильно. Это нормально? Мамочка, успокойтесь. С вашим ребенком все в порядке. А где кювес? Петровна! А. Ну ты взяла опять. Вези тогда в детское. Девушка, хорошо. А вот она что, опять девушка? Это тоже нормально? Петровна, не видела женщину беременную. Поднять без документов нигде не могу найти. Да тут все беременные, либо с детьми. Кто их знает? Понятно. Ой. Предупреждаю, штраф за перевозку ребенка без детского кресла будете оплачивать сами. Я не собираюсь. Что вы, я понимаю. Я согласна. Да ладно. Что вы все о грустном-то? Кого родила? Девка или пацан? Ау, ты там заснула, что ли? Мальчик. Сын у меня. Имя не придумали? Остановите, мне надо выйти. Как скажешь. Тут Липкина. Я. Вот, держите вашу ляльку. Моя крошка. А моего сына когда принесут? Как фамилия? Петрова. Петрова, Петрова. Что-то не припомню такого малыша на отделении. Подождите, как не припомню? Я же сегодня родила. Сына забрали, а мне сказали отдыхать. У меня мальчик, Лев. Да не переживайте вы так. Я сейчас в отделение схожу и все узнаю. Девушка, вы не переживайте, молоко пропадает. Сестричка права, ребенок не может никуда пропасть. Аня! Ань! Ну, наконец-то ты... Антошку разбудишь. Какого Антошку? Ты где его взяла? Мам, ну что ты как маленькая, в роддоме взяла. Не аист же мне его принес. Так, сейчас же отнеси чужого ребенка его родителям. А где Влад? Звонил? Из аэропорта. Сказал, что перезвонит, когда приземлится. Ты что, вообще с ума сошла, что ли? Ты хоть понимаешь, что это дело подсудное? Господи, что делать, помоги-то? Господи. Ей-богу, ты меня в гроб сведешь. Знаешь же прекрасно, что у матери сердце больное. Ой, какой маленький. Надо же. И же один без мамки живешь. Прекрати чушь нести. У него есть мать. Это я. Глупая ты, глупая. Ей-богу, неужели ты не понимаешь, что на чужом несчастье счастье не построишь? И дело-то подсобное. Не слушай бабушку, сыночек. Не слушай, она сама не понимает, что несет. А? Скоро папочка наш приедет. Подарочки нам из Москвы привезет. Да? Недоразумение. Ну, в общем, ваш сын пропал. Как пропал? Куда пропал? Мы проверили все камеры видеонаблюдений. Его нигде нет. Не волнуйся. Как нет? Мы его найдем. Так найдите его. Найдите его! Найдите! Найдите!
Давай так. Приезжай скорее, мы с сыном тебя очень ждем. Ага. Петрова Варвара Андреевна, мне нужно задать вам несколько вопросов. Где мой сын? Мы пытаемся это выяснить. Скажите, при каких обстоятельствах пропал ваш сын? Это вы мне скажите, при каких обстоятельствах пропал Девушка, мой сын? Девушка, вы куда? У вас пропуск есть? Да что вы говорите? А детей у вас разрешено терять, значит, да? Да что ж такое, а? Варечка, Варя, ты не переживай, они его найдут. Простите, слышишь? А вы кто будете? Это вы кто? Следователь? Вот и расследуйте. А я сестра. Я сейчас допрашиваю вашу сестру. Моя сестра родила несколько часов назад. За ребенка должен отвечать медперсонал. Вот его и допрашивайте. А мать оставьте в покое. Ей вообще сейчас не до вас. Никто ничего не видел. Мы сейчас проверяем камеры наблюдения. Проверяйте, проверяйте. Отлично. А теперь возьми ребеночка повыше. О. Есть. Фотки Владу отправим, как будто с выписки. Я фон в фотошопе подделаю. Вас же завтра должны были выписывать. Ну, я фотографа заказал, машину с детским креслом. Ничего не нужно, мы сами прекрасно справились. Приезжай скорее, мы тебя очень ждем. Ладно, я уже в аэропорту. Скоро вылета. Чучу, Варя. Тетя Варя. Вот сюда выходим. Ага. Тетя Варя. Привет. Красиво. Ну, я ж просила убрать всю эту мишуру. Прости, мам. Мы его найдем. Найдем. Я же даже не успела у него насмотреться. Ни одной фотографии. Найдем его обязательно. В интернете пишут, что если сразу не нашел, то все, почти без шансов. Мишка! Надо распечатать объявление и расклеить везде. Замечательная мысль. Мы сейчас. Главное придумать, что написать, а дети нам помогут. Конечно. Пойдем. Соскучился, да? Соскучился надо по бабке. Разволновался так. Спасибо тебе. Замечательный у нас мальчик получился. Чи-чи-чи-чи-чи. Мой сын. На тебя похож.
Вам удалось хоть что-нибудь узнать? Сейчас пытаемся установить личность похитительницы. В роддоме мы нашли накладной живот и сняли с него отпечатки. Но их нет в нашей базе. А свидетели? Опросили в первый же день. Известно, что ее подвозил мужчина, описаний нет. Медсестра на приемке не запомнила их и не смогла описать. Был большой поток. Сволочь. Какая же она сволочь? Искать очень трудно. Все младенцы выглядят одинаково. Так что пока проверяем родителей, у которых недавно пропал ребенок, да еще дома малютки и всех, кто туда обращался последние месяцы. Но это огромная база данных. У вас у самой есть предположение, кто бы мог похитить вашего сына? Нет. Вы не указали фамилию отца? Я не знаю, кто отец. А даже если бы знал, то он бы все равно никогда не догадался о существовании этого ребенка. Ну, как скажете. Если еще что-то вспомните, звоните. Ребенка, скорее всего, украли для себя. И ему сейчас хотя бы ничего не угрожает. Поэтому будем продолжать поиски и надеяться на лучшее. Продолжим. Тебе нужно-то? Тише, 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 тише. Так. Дай сюда. Дай сюда. Может, врача вызвать? Но это ненормально, что он так плачет. Ну, давай еще подождем. А что, медсестра не приходила? Ань, позвони. Хорошо, позвоню. Так, вот здесь написано, что нужно ребеночка класть на руку животиком. У него животик болит, а так в тепле будет. А? Ты ему еще таблицу умножения продиктуй. Так. Держите, ребята. Спасибо. Давайте. Печатали листовки. Ребята помогут распространить. Спасибо. В полиции сказали, что пока нет информации. Сказали, что вы пытались сами. Лиза с Мишкой тоже в школу отнесли. Там и родители увидят. Я связался с телевидением. Скоро приедет съемочная группа, нужно будет обращение записать. Угу. И его покажут по новостям. Может, все-таки Владу сообщить? Не надо. У него своих проблем хватает. Послушай, Варя, он ведь знает половину города. Может быть, имеет смысл? Угу. Я сказала в полицию, что не знаю, кто отец. Ну, ладно. Ты чего? Что случилось? Степа, ты чего? Вы найдете моего братика? Конечно, найдем. Пойдем. Твоего братика нес аист. Вот нес он себе его, нес, а потом заблудился.
сбился с курса. А мы этому аисту поможем найти дорогу домой. А на что похож аист? На что похож аист? Вот смотри, как выглядит. Интересно. Что? Тут написано, что мужчине нужно принять снотворное и мочегонное, чтобы почувствовать себя беременным. И вон, привязать себе мешок с гвоздями к животу, прям как ты мне описывала. Ну, так потому что это правда. Ага. А еще что про убегающие тапочки? Слушай, прям как ты мне пересказывала. Я думал, ты мне свои ощущения описываешь, а ты просто фактически пересказывала мне статью про какую-то беременную львицу. Потому что... Ладно. Это я писала эти статьи. Там все правда. А почему ты мне раньше не сказала? Ну, я сама сначала не думала, что получится. Потом решила... Вдруг ты будешь против? Все-таки это личная жизнь, на показ выставлять. Значит, ты у меня львица? Очень хорошо написано. Тебе очень хорошо получается. Я горжусь тобой. Тебе нужно продолжать писать эту колонку. Слушай, забери меня, Антошку. Потому что ты совсем раскрасился. Ну, я пока не решила, буду ли я продолжать. Помимо полиции, к поискам подключились и волонтеры. Однако на текущий момент мальчик все еще не найден. Недавнее похищение новорожденного сына Варвары Петровой из перинатального центра всколыхнуло весь город. Подождите. По версии следствия, ребенок мог быть украден бездетной женщиной или парой, которая в данный момент выдает ребенка за своего собственного. О дальнейшем ходе расследования мы сообщим в следующем выпуске. Мне нужно срочно уехать. Завтра в нашем городе начинаются гастроли Новосибирского государственного театра русской драмы. Группа театра... Нужно поговорить с вами. Я видел новости. Валя, сейчас не до вас. Я хочу помочь. Все. Все в порядке, Тарас. Привет. Привет. А что я, по-твоему, должна была грудью на амбразуру кидаться? Он как новости услышал, сразу побежал. Ребенка он весь город ищет. Ну и пусть ищет. Влад уверен, что Антошка его ребенок, да? Я все для этого сделала. Никто ничего не докажет. А документы у тебя есть? Свидетельство о рождении? Тебе нужно было просто мне сказать. Просто сказать. Зачем? Я сама со всем справлюсь. Справилась? Я не понимаю, почему. В конце концов, я имею право знать. Я отец этого ребенка. Хорошо, что бы ты сделал? Ты бы оставил свою семью. Ушел бы от жены, я не знаю, жил бы на два дома. Да я не знаю. Ну, придумали бы что-нибудь. Всегда есть решение. И ты его принял. Ты остался со своей женой. Ты бы никогда ее не бросил. Надо говорить. А вот эта вот твоя независимость московская, она до дури доходит. Ты сказала?
А он что? Ушел? Ну, так даже лучше. Справимся сами. Сейчас приедет телевидение. Да не переживайте вот так. Сейчас оформим вам свидетельство. Давайте выписку из роддома. Выписку? А я дома рожала. Как это дома? Ну, так получилось. Какого числа были роды? В пятницу. 5-го. И вы только сейчас приходите за документами? Так, кто у вас там присутствовал? Кто может это подтвердить? Никого. Ну, мне сказали, что можно просто заявление. Нет, так нельзя. Вы должны прийти со свидетелями. И вообще это очень странно. Молодая девушка, одна, дома. Извините. Как ваша фамилия? Я знаю, что многие из вас читали мою рубрику в журнале «Братцы-кролики». Вместе мы ждали рождения моего малыша. Вместе мы выбирали ему имя. Сейчас мы занимаемся поиском нашего львенка. И каждая секунда дорога. Я буду благодарна каждому из вас за помощь. Помогите мне, пожалуйста. Спасибо. Да. Да, Влад, мне не до выяснений сейчас. Что? Зачем? Смотри, я сам сделал. Мама, дядя Тарас научил Степку, и Степка захотел их сделать побольше. А для чего так много-то? Их надо на улице повесить, чтобы Аист с братиком нашел наш дом. Пойду Варе расскажу. У нее хоть настроение улучшится. Так. Ну, давайте-ка и я поучаствую. Вы почему разводите бюрократию? А? Почему отказываетесь выдать свидетельство на моего внука? Как фамилия? Так положено. И не кричите, пожалуйста. Это как это не кричать? Вы заставляете таскать малыша? Тут полно инфекций. Угу. Это ваш свидетель? Да, я свидетель. Я свидетель. Моя дочь рожала у меня на глазах. Вашей скорой никогда не дождешься. Хорошо. Пишите заявление. Привет. Зачем ты меня позвал? Сейчас все увидишь. Пойдем. Здесь у нас штаб волонтеров. Отсюда мы координируем поиски ребенка. Хорошо, я вам перезвоню. Варвара Андреевна, здравствуйте. Мы все хотим вам помочь. Да. Спасибо. Сейчас волонтеры обходят ближайшие больницы и дома. Может, кто-то гулял с ребенком или с собакой? А вот здесь, в районе перинатального центра. Возьмите. Да, хорошо. Спасибо. Давайте. Держи. Потом, значит, вот эта женщина, она тоже интервью. Спасибо тебе, Влад. Она точно это знает. Ты что думала, я оставлю тебя одну? Так, а вот это... Оставьте нас в покое. Извините, но это наша работа. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, к вам в последнее время никто не обращался с просьбой об усыновлении младенца? Вы
знаете, в нашем доме малютки очень много желающих усыновить детей. Анкет множество. Если что-то вспомню, я перезвоню. Восточная улица, дом 15. Коляска стоит на улице. А, да, магазин. Родителей рядом нет. В коляске ребенок. Понял. Да, жду. В Ульяновске продолжают искать младенца, исчезнувшего из перинатального центра в день своего рождения. Вот теперь все хорошо. Поисками новорожденного сына Варвары Петровой занимаются не только правоохранительные органы, но и штаб волонтеров, созданный ее друзьями и коллегами по работе. По всему городу расклеены обращения с просьбой открыть... Это Влад организовал. ...кто обладает хоть какой-либо информацией... Нашла чем гордиться. Установлена круглосуточная горячая линия. Он ищет своего ребенка. Вы можете в любой момент связаться с теми, кто ищет маленького Льва Петрова. Как своего? Какого своего? Вот этого. Ты думаешь, почему Антошка так на Влада похож? У них был роман с этой Варей. Господи, девочка моя, ты что? Ты все время это знала? Он же не просто так разводиться собрался. И ребенок у нее от Влада. И ты все это знала? Знала. Но простила, потому что он же выбрал меня. Это судьба, мам, это судьба. Она хотела украсть мою семью, а вместо этого ее ребенок у меня. Аня, ты сошла с ума. Ты хоть понимаешь, что тебя посадят? Это же все выяснится, Аня. Поищет и успокоится. Ребенка у нее нет. Удержать Влада ей нечем. Влад вернется, и мы будем жить долго и счастливо. И ребеночек вырастет похожим на него. И Влад никогда ничего не узнает. Господи. Ну что, нашли? Возможно, сейчас проверяют. Проверьте, пожалуйста, еще раз. Ну, слушай, надо ехать. Может быть, это он. Подожди. Угу. Понял, отбой. Мать нашли, была в магазине. Что ж это за мать такая, которая бросает ребенка посреди улицы? Так, все, я не могу, я поехала. Подожди. Я все понимаю. Но сходить с ума не нужно. Тебе нужны силы. Мы все здесь стараемся. Хорошо, Влад, если ты можешь еще чем-нибудь помочь, приезжай, пожалуйста, в полицию. Я не сказала, кто отец. Дай анализ на ДНК. Завтра можешь? Да, конечно. Подожди. Как ты его назвала? Лёва. Спасибо вам. Вы ведь не обязаны все это были делать. Ну, а чего же? Мне приятно вам помогать. И я вам нужен. А еще дети вокруг. Я очень скучал по этому ощущению. Ну, вы еще устанете от нас. Не думаю. Привет. Ты не помнишь, когда я тебя в роддом привез? Ну, когда ты поступала? Ты ничего странного не заметила? Ну, знаешь, мне как-то не до того было. Я, между прочим, ребенка рожала. Извини. Черт, я устал так. И ты поменьше чужих детей искала. Ты забудешь, как твой выглядит. У Вари горе, я хочу помочь. Я, между прочим, не помню, когда я последний раз нормально спала. Может быть, ты уже начнешь своей семье помогать? Ну, хорошо, хорошо. Что ты хочешь? Чтобы я с ним посидел? Да. Давай. Я, между прочим, одна вокруг него сегодня скакала. Целый день. А теперь твоя очередь. Давай. Я пошла спать.
Отец ребенка придет? Нет, не придет. А скажите, моего результата будет достаточно? Да, вполне. Держитесь, удачи вам. Спасибо. Сейчас мы работаем над еще одной версией. Если вашего ребенка украли для себя, то обязательно попытаются получить свидетельство о рождении. Это возможно? Да, конечно, как при домашних родах. Четыре женщины обратились за документами. Так что уже отправили наряд проверять. Алло, ну где ты? Прости, всю ночь с ребенком провозился, заснул только под утро. Так что я проспал. Ясно. Мои куда-то пропали, и малыш на мне. Сейчас кого-нибудь вызвоню на замену и приеду. Да ты знаешь, не надо. Сказали, моего результата хватит. Давай, пока. Оставьте покой моего мужа. У нас недавно ребенок родился. Вы что, решили разрушить мою семью? Простите, я не собиралась ничего разрушать. У меня и своих проблем хватает. Вы уже сказали Владу, что это его ребенок, да? Да. А вы вообще... Он мне все рассказывает. У нас полное доверие, взаимопонимание и любовь. Вы знаете, я поздравляю вас. Но вы простите, но мне правда пора. Если ты не перестанешь звонить Владу, Аня заберет ребенка и уйдет от него. Да, уйдет. А Влад всех своих детей потеряет, и виноватым будешь ты. Поняла? Я поняла. Мне правда пора. А ребенка ты своего никогда не найдешь. Это тебе наказание за то, что ты чужую семью разрушила. Ты поняла, дрянь? Вот прямо сейчас мы перебрасываем вот эту группу на таксопарке. И еще одна группа заканчивает территорию вокруг роддома. Да, продолжайте. Запишите, Зинаида Петровна. Прости еще раз, что я не смог прийти в полицию. Так получилось. Варя. Ну ты чего? Не надо меня трогать, пожалуйста. Почему? Просто отстань от меня. Да что случилось? Что случилось? У меня сын пропал. У меня пропал сын. Тебе этого мало? Варь! Варь, ну подожди! Ладно. Оставили бы вы сейчас Варю в покое. Ей все-таки не до вас. Не видно разве? Хорошо. Спасибо. Тише, тише, Антошка, тише. Проснулся. Сейчас я тебя накормлю, девушка, маленький мой. Да возьмите вы его на руки. Ну не видите, что ли, плачет? Рожает, а потом не знает, что... Тихо, тихо, тихо. Сейчас я тебя накормлю, сейчас. Добрый день. Здравствуйте. Старший лейтенант Соколов. Угу. А скажите, ваши соседи никуда не уезжали? Не должны были. У них ребенок недавно родился. А когда они обычно дома бывают? Ну, муж часто в командировках, работает допоздна. А жена должна быть дома с ребенком. Угу. Может, вышла куда-то? Хорошо, спасибо. Хорошего дня. Спасибо и вам. Пойдемте второй адрес проверим, а потом сюда вернемся. Барбара, можно вас на минуточку? Что-то мне не нравится, Влад. Какой-то нервный, дерганный, куда-то все время убегает. Что скажете? Мне уже все равно. За помощь ему спасибо, остальное не важно. Да вы в полиции не говорили, кто отец ребенка? Просто обычно подобные похищения совершаются родственниками, биологическими родителями. Когда Лёва появился на свет, Влад даже не знал о его существовании. Так что это не может быть. А если знал? Ему было бы весьма удобно. Он был бы в курсе поисков. Тарас,
Спасибо вам, что вы беспокоитесь, но... Мне кажется, вы немного перегибаете палку. Влад, он, конечно, может быть, не очень хороший человек, но не настолько. Смотрите, простите еще раз, вмешаюсь не в свое дело, но езжали бы вы домой, Варвара Андреевна. Вы устали, вы взволнованы, а здесь от вас, ну, объективно никакой пользы нет. Так сидите и дергайтесь от каждого звонка, езжайте. Девушка, вам помочь? Да. Ни за что. Как они нас нашли? Как они нас нашли? Мама, ну что делать? Ну что ты молчишь? Так, тебе надо уехать на время. Поедешь к тете Тасе в Казань. Тихо, 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 тихо. Я ей позвоню. Тетя Тася? Да. А что я ей скажу? Скажешь, что муж ревнивый, буйный. Не верит, что ребенок от него. Она поверит. Тебе надо немного отсидеться. А Влад? А Владу я скажу, что ты уехала. Из-за этой Вари. Любовник его. Да сам виноват. И что вернешься ты только тогда, когда он с ней окончательно расстанется. А она уедет. Я знаю, что многие из вас читали мою рубрику в журнале «Братцы-кролики». Вместе мы ждали рождения моего малыша. Мне нужно кое-что проверить. Тарас, на телефоне. Все хорошо. Где же моя красотулечка? Добрый день. Здравствуйте. Сержант Скворцов. Мы разыскиваем похищенного ребенка. Могу я ваши документы увидеть? Да. Да, конечно. Пожалуйста. Угу. Так. В каком роддоме рожали? Третьего интернационала. Угу. Благодарю. Угу. Ой, подождите. Тут была одна женщина. Я, так, когда беременная была, она... Ну, она хотела купить моего ребенка, а я тогда аборт хотела сделать. Ну, в общем, дура была. А мы тогда еще с парнем поругались. А давно дело-то было? Давно. Ага. Она еще тогда с накладным животом ходила. Так, а может быть, вы ее фамилию знаете? Номер остался? Фамилию не знаю. Знаю только, зовут Аня. А номер... Номер... Вот, пожалуйста. Угу. Ну, хорошо, давай. Давай быстренько в лабораторию. О, давай. Здравствуйте. Добрый день. Вы меня не помните? Мы 30 числа с женой к вам приходили. Можете посмотреть, она рожала в этот день или нет? Вы и муж? Да. И вы не знаете, рожала ваша жена или нет? Ну, нет. Ну, хорошо, давайте паспорт. Сейчас. Ой, подождите, у нас с женой разные фамилии. Святославская. Ну, хорошо. Она у меня поэтесса. Странно. Полиция тоже интересовалась этими списками? Нет. Святославская в этот день и рожала. А на следующий день? Анна Святославская вообще не рожала в нашем центре. Понятно. Можно паспорт? А, паспорт, пожалуйста. Влад, не прикасайся, пожалуйста. Почему? Мне неприятно. Влад, у тебя самолет. Уезжай уже, пожалуйста.
Вас же завтра должны были выписывать. Ничего не нужно, мы сами прекрасно справились. Приезжай скорее, мы тебя очень ждем. Это я писала эти статьи. Там все правда. Теперь мне все понятно. Я знаю, что Варвара Андреевна со мной не согласна, но все-таки считаю, что надо проверить биологического отца ребенка. Она отказалась предоставить данные о нем. Ну, это Влад Семенов. Разрешите? Я проверил женщину, которая хотела купить ребенка. Святославская Анна. Понятно. Святославская. Она есть в списке тех женщин, которые якобы рожали дома. Их сейчас проверяют. Проверили ее? Ее как раз не застали дома. Поедут еще раз. Пусть едут немедленно. Так, постойте. Святославская Анна? Вы ее знаете? Ну, лично нет, но в моем издательстве был конкурс на самую красивую беременность. Она в нем участвовала, заняла первое место. Не думаю, что эта информация нам сейчас поможет. Она сфотографировалась вместе со своим мужем, с Владом Семеновым. То есть у него с женой разные фамилии? Немедленно проверить, на кого зарегистрирована квартира. Есть. Надо позвонить Варваре Андреевне и предупредить ее. Да, предупредите. Только пусть пока она ничего не сообщает этому Владу. Если это они, мы можем их спугнуть. Увезут ребенка из города, ищи его потом. Варвара Андреевна, есть кое-какие новости, только не волнуйтесь. Хорошо. Спасибо. Они говорят, это Влад. Как? Этого не может быть. Влад, зачем? Он хотел помочь. Почему я сразу в это не поверила? Потому что ты его любишь. Господи, какая я дура, Даш! Дура просто! Знаешь чего? Я туда поеду. Я просто хочу посмотреть ему в глаза. Я поеду с тобой. Не надо, пожалуйста, это наше с ним дело. И ты знаешь чего? Ты езжай в штаб. Если будут какие-то новости, то просто ты мне звони. Аня! Аня, вы тут? Аня! Семенов Владислав Сергеевич? Да. Вы задержаны. Обыскать квартиру. Угу. За вы обвиняетесь в похищении ребенка Петровой Варвары Андреевны. Ребенка в квартире нет. Вот, нашел под матрасом кроватки. Петрова Варвара Андреевна, мальчик. Ребенку моей жены. Ее нужно найти. Найдем. Где он? Вы нашли его? Ребенка в квартире нет. Я тебя спрашиваю, где он? Куда ты его дел? Варя, клянусь тебе, я ничего не знал. Где он? Я только сейчас все понял. Варвара Андреевна, успокойтесь. Давай. Идите домой и ждите. Я не могу домой. У меня ребенок пропал, вы это понимаете? Я должна быть в курсе всех событий, иначе с ума сойду. Хорошо, мы вам позвоним. Я буду в штабе волонтеров. Хорошо. Внимание всем постам! Женщина на вид около 30 лет, стройная, темно-русая. Особых примет нет, с собой новорожденный ребенок мужского пола. Она может быть на машине. Номер машины. К-691-ЕУ. Передай. Общий план перехват. На машине это плохо. Аэропорты, вокзалы проверим. А на выезды из города, боюсь, людей не хватит. Послушайте! Если она еще в городе, я знаю, где она может быть. Это недалеко отсюда. Давайте проверим. Хорошо. Поехали проверим. Я вас еще раз спрашиваю. Где ваша дочь? Куда вы дели ребенка? Я ничего не знаю. Товарищ капитан, нашли на кухне. Сердце. Сердце.
Вызывай скорую, женщине плохо. Ага. Алло, скорая? Тут женщине плохо. Что же они там так долго-то, а? Аниной машины я не вижу. Позвоните, узнайте, что там с ребенком. Там он или нет. А скорая зачем? Ну что, их нашли? Что с ребенком? Женщине стало плохо. Теща ваша, да? А ребенок? Ребенка там нет. Мы не успели, они уехали. Дурак. Пойдем. Какой же я дурак, он все время был рядом со мной. А я не понял ничего. Давай, Маша. Маленький. Все будет хорошо. Мы обязательно успеем. Понял. Ага. Продолжаем. Конец связи. Аэропорты и вокзалы проверили. Ага. Выезды контролируем. Похожую машину никто не видел. Угу. Если только она проскочила раньше. Может, ее спугнули? Кто ж теперь знает? Мне только что Лиза позвонила, у них там что-то случилось, и мне срочно нужно туда. Что такое? Я сама не поняла. Так, поехали. Вдруг с детьми что-то. Да, спасибо. Давайте я с вами. На связи. Ага. Лиза, что случилось? Ты меня до смерти напугала. Мам, тише, тише. Малыш спит. Какой малыш? Тетя Варя, идите в дальнюю комнату. Вас там ждут. Давайте, давайте. Малыш спит. Тише, ребенок. Маленький. Не волнуйтесь, это ваш сын. Нашелся. Он теперь всегда будет с вами. Нашелся. Маленький. Я просто Влада удержать пыталась. Все так запуталось. Очень страшно было остаться одной без него. Маленький. Нашелся. Я, наверное, просто сошла с ума. Будьте счастливы, если сможете. Маленький, привет! Привет! Святославская Анна Владимировна, вы арестованы. Угу. Угу. Я знаю, я готова. Все нормально. Что с ребенком? Где он? Он ничего не знал. Он не был моим соучастником. Пустите его увидеть сына. Он с мамой. Прости меня, Влад. Подождите. Прости меня. Я люблю Варю. Всегда ее любил. Боялся тебя в этом признаться. Трусил. Откладывал разговор, делал вид, что все по-прежнему. Надо было сразу тебе признаться и уйти. Тогда бы ничего бы этого не случилось. Мы с тобой запутались во вранье, и вот результат. Если между людьми нет доверия, их любовь обречена. Иди к сыну, Влад. Прощай. Поехали. Yeah.
к вам с Левой там кое-кто пришел. Ваня, я... Наш сын. Ребенок. На тебя похож. Можно я? Братик, братик нашелся. Ну, все уже позади. Теперь все будет хорошо. Все, 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 все. Тихо, 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 тихо. Все хорошо. Маленький. Ну вот и шарики пригодились. Как же быстро время идет. Только родила, а месяц уже прошел. Так обычно и бывает. Не успеешь оглянуться, уже в школу пойду. Первый комбинезончик уже мал. Вы не забудьте салфетки, ладно, ребят? Хорошо. Комбинезон мы, кажется, знаем, куда пристроить. Да, Дашка? Кто-то хотел четвертого. Да ну тебя! Ой, а кого это принесло? Привет. Здрасте. Здрасте. Спасибо. Ну что? Ну вот он. Левенок. Ну, здравствуй, сын. Левенок. А Варька, ты молодец. Думаешь, простит его? Ну, поживем, увидим. Ребенку же нужен отец.